Селена, я жива. Меня слышно? Я на корабле. Скафандр в норме. И... это со мной не впервые. Так, нам передали управление. Да, я так понимаю, что там смерть... Нет, мне, конечно, интересно было бы, что если его убить, то бы там было дальше. Может, какой-то бонус бы получили. Терминал корабля. У Гелиуса два терминала. Основной и терминал испытаний. На основном терминале можно посмотреть общие игровые показатели и почитать корабельные журналы. Разблокировать терминал испытаний, чтобы получить доступ к ежедневным испытаниям для состязаний с другими разведчиками. Так, ну это все для сети. Мы можем подойти, конечно. Ранг разведчика 1. Данные за последний час. Устранено врагов 7. Сбой 1. Собрано аболитов. Аболитов 176. Сведения о скафандре. Смерти 1. Изучены области 11. Устранено врагов 7. Достигнут максимальный уровень адреналина 0. Почему 0? А, ну, в принципе, максимальный, то есть до 5. Сколько раз, видимо, так. Успешные перегрузки 10. Сбоя 1. Паразиты 0. Еще паразиты. Время использования скафандра. Час 29 минут 17 секунд. Матрица хранилища данных. Сюда, видимо, что-то надо будет складывать. Хелиус. Гелиус. Гелиус. Неизвестный предмет в грузовом отсеке. Рекомендовано удалить. Извещение, извещение. Внимание. Говорит готовы. Говорит готовы. Кто-то говорит готовы. Так, есть записи. Срочная директива управления Астра. Так, какие-то у нас данные пошли. Эфир КН Ориго Ра, 14 часов 50 минут 0 секунд, декабрь, плюс 46 градусов. Внимание, обнаружено вмешательство в узел связи. Селена Васос, Васус, вам предписывается вернуться. Текст поврежден, прервать текущее. Текст поврежден. Фишер 265. Атропос и его. Текст поврежден. Корабль разведчик Гелиус. Текст поврежден. Нет, текст поврежден. Требуется дальнейшее изучение планеты перед использованием. Текст поврежден. Ваше непосредственное. Текст поврежден, включая подтверждение. Текст поврежден. Немедленное и постоянное. Текст поврежден, принимая во внимание, что пренебрежение. Текст поврежден, несмотря на ранний текст, как много он поврежден. По собственной воле и не прикрыто. Текст поврежден, не текст поврежден. Узел связи восстановлен. Да, отлично он восстановлен. Плохо. Но, возможно, со временем мы расшифруем все полностью. Может и нет. Так, дальше будем идти, наверное, вот так по порядку. Личное дело. Так, вот здесь у нас есть какой-то номерной. SL0090-3847-21. А, он всегда разный. Всегда разное число. Так, ладно, просто будем по порядку так читать, я так понимаю. Если это четвертый, значит они так по порядку идут слева направо. Сигнал «Белая тень». Принудительный запуск. Так, дефрагментировано. Файл данных. Принудительный запуск. Начало протокола. Эмили Санзер начала беседу. Селена Васус присоединилась. Сесилия Кара Скотт присоединилась. Так, это S1 у нас. Случилось кое-что серьезное. СВ, это за которую мы играем. Опять учебная тревога. Я еще в хозблоке. А, ты видишь белую тень? Что-то зашифрованное. Так, СС это у нас. ССС. Скорее всего, Сесилия Скотт. Кара не пишет. А, это откуда? Мы летим в пустоте, где нет галактик. А, помнишь, мы отклонились? По-моему, причина в этом. Что полностью объясняет, почему начальство прячет глазки. Это связанное сообщение. Возможно, кому-то нужна помощь. Надо найти источник. У Атропос метка не приближаться. Ждем разрешения. Знаю, просто я... Не крутится вниз. Знаю, просто я его уже слышала. Сложно объяснить. Ты слышала это сообщение? В смысле? Селена? Так, СВ Селена. Было проще, если просто первые имена были, типа как Эмили... Так, получается, Эмили, Селена, Сесилия тоже. СС. Короче, все втроем они здесь поговорили. Так, ладно. Все, я его уже слышал. То есть слышал как раз-таки у нас Селена Васус. Нет там больше ничего? Вообще ничего нет. Регламент и устав разведывательного подразделения. Протокол Астра. Первая мера безопасности. При выполнении задач не забывайте о правилах безопасности для обеспечения максимальной вероятности выживания.
Второе. Непрерывная связь. Следите, чтобы контакт с командой или куратором был непрерывным до выполнения задачи. Третье. Свобода выбора. Для достижения цели необходима гибкость мышления в непредвиденных обстоятельствах. Допустимо менять планы задания ради максимально эффективного решения проблем. Правила разведки. Первое. Оценка угрозы. Опасность необходимо заблаговременно обнаружить, избежать ее и при необходимости нейтрализовать. Второе. Анализ среды. Определить безопасные зоны и ресурсы, использовать по необходимости. Третье. Получение информации. Выжить любой ценой и передать данные. В кризисной ситуации приоритет протокола эвакуации превышает значимость любых действующих протоколов и правил, независимо от статуса задачи и указаний куратора. Так, и четвертое личное дело Селена Васус. Дефрагментировано. В принципе, все. Досье сотрудника управления Астра. Порядковый номер, я так понимаю, 0971595. Имя Селена Васус. Отдел Астра Гео. Основная роль – разведчик. Квалификация, первый контакт, анализ данных, ремонт в полевых условиях, тестирование оружия. Примечание – психологический профиль взят на контроль. Гетерохромия вызвана травмой. Текущий послужной список. Егер 675. Олимпийские вулканические шахты. ПК-212. Застывший газовый гигант. ЭХ. 652. Восхождение на вершину горы Таймер. АРН. 883. Выжженные равнины Авроры. Амброс 4, здесь почему-то цвет немножко другой. Амброс 415, кратер. Кемплер 138, окаменелые леса. Полет над водоворотом НЛ-604. Кстати, мы сюда тоже когда подлетали, был какой-то водоворот. Видимо, из этих истуч. Подъем обломков ВБ. Так, ну ладно, пока достаточно информации. Когда откроешься? Ты можешь спать лечь? А можно выйти, да? Нам показывает, куда. Здесь какая-то стрелочка есть. Она просто показывает, куда можно подойти. Так, это мы вылезем обратно, да? Все, больше здесь ничего нет. Ничего пока не нажимается. Так, нам сказали, мы там прочитали, что где-то... А, наверное, вот эта дверь закрыта. Cargo Bay. Не знаю, как переводится, но она закрыта. Бэй вроде как. Нет. Вроде как купить. Может не купить. Может там магазин потом будет какой-то. Модуль. Какой-то. Removable модуль. Туда никуда не заходит. Скальпель какой-то вроде как. Ножик. Это скальпель. Вроде как скальпель. Тарелки. Ножи, вилки. Можно приблизить, кстати. Книжка какая-то. Брайс Эдвардс, The Abdication of Zeus. Или Зевс. Зевс, скорее всего. Да, нарисован Зевс. Короче, боги пошли. Так, снизу какая-то Principles of Astrodynamics and Practical Mechanics. Ладно, ложимся спать. В любой непонятной ситуации ложись спать. Прям в скафандре. Я не понимаю, зачем. Так, чтобы нам приснился сон. Здесь постоянно какой-то космонавт присутствует. Он уже второй раз был. Какое-то поле. А если я еще хочу... Нельзя? А, то есть больше нельзя. В общем, надо постоянно, когда мы оказываемся на корабле, постоянно ложиться спать, чтобы увидеть какое-то, да, видение. А что валяется? Это не то. А, систем эррор. Ошибка системы. Тут ничего не поменялось. Ладно, вылезаем. Уже с пистолетом. Цикл. С каждой смертью вы возвращаетесь на место крушения без оружия, артефактов и ресурсов, которые получили в предыдущем цикле. Записи в хранилище данных и постоянные улучшения переходят из цикла в цикл. Используйте постоянные предметы для исследования новых областей и ускорения прохождения. Так.
Да, у нас все сбросилось. Что было? Гелиус. Корабль-разведчик Гелиус. Управление Астра. Состояние неисправен. Войти. Нет, нам ходить не надо. Так, это что? Пронозия. Не в сети. Разрыв между двумя временными потоками. Играть по сети. Ясно, здесь можно бегать вдвоем, втроем, вчетвером. Тут... Гелиус без присмотра. Все изменилось. А, здесь сразу враги уже. Короче, как я и говорил, нас убрали просто с трех ударов. Врага легче. Хоть как-то можно здоровье лечить, уже хорошо. Так, урон у нас какой? 12. Есть смысл в голову стрелять? Здесь есть смысл просто хотя бы попасть. Всегда по 12. Усиленная перегрузка. Так, вот усиленная перегрузка. Надо всегда считать, что нам дает адреналин. Усиленная перегрузка вот у нас стала, по-моему, немножко пошире. Туда наверх пока не попасть. Так, что у нас по карте? А карта так глобальненько изменилась. Прям очень даже. Так. А, еще один враг. Я так понимаю, если мы туда спрыгнем, мы умрем. Потому что это все-таки вода. И доставать это надо, наверное, потом будет крюком. Ладно, мы сейчас где-то птичку возьмем. Попробуем спуститься аккуратно. Сброс адреналин сбросился. Короче, да, туда нельзя. Здесь какой-то инопланетный что-то, да? Прям внизу. Не крабик, конечно. Это мини-ктулху. Маленький-маленький ктулху. Главное, не погибли. Сколько мы вообще потратили? 24%. Короче, 1/4. Так, можно туда. Здесь что у нас какой-то фотоаппарат. Могу я спрыгнуть? А, запертый контейнер. Контейнер для хранения ценностей. Чтобы открыть, используйте ключ. Ключи не найдено. Ясно. Так, здесь дверь. У нас теперь несколько дверей есть. Так, там на что? Там на что? Надо что-то собрать. Так, ну это понятно, что это со мной сделается. Даже тестировать не будем. Неизвестный предмет. Что-то с порчей. А нет, без порчи, тоже фиолетовый просто. Ресурс эфир. Постоянный ресурс, который взаимодействует с иными временными потоками и снимает порчу. А, снимает порчу. Эфир. Загадочный ресурс, который не пропадает даже в случае вашей гибели. Чтобы получить эфир, взаимодействуйте с мертвыми разведчиками и проходите ежедневные испытания на корабле. Эфир также используется. Спасибо. Идем читать. Нет, сначала у нас было что-то здесь. Прогресс. 1,9%. Полностью исследуйте заросшие руины. Осмотрена одна потайная область. Нет. Вы остались живых за сдерживающими вратами. Нет. Вы уничтожили босса. Нет. А, ну то есть мы к нему все равно вернемся. Если мы его победили, мы просто прошли бы дальше. Вы собрали все образцы инопланетного шифра. Вообще ноль. Вы нашли все записи из журнала разведки. Нет, естественно. Это, короче, с трупов. Вы просканировали все инопланетные архивы. Тоже нет. Пока еще не знаю, что это такое. Знаток самозащита. Откройте все особенности модифицированного пистолета СЗМ-8. Не найдено, не найдено. Прекрасно. Откройте, только не найдено ничего. Но вы откройте. Смотрим, что у нас здесь. Хранилище данных. Что у нас появилось? Враги те же, ресурсы. Так, здесь сколько у нас уже? 10%. Это не то. А где у нас этот? Вот, оболит. 20% уже. Так, а мы нашли эфир. Фиолетовая субстанция неизвестного происхождения с необычными свойствами. Несмотря на отсутствие структуры, необходимой для чего-то, неизвестная ошибка, поддерживает с хозяином симбиотическую взаимосвязь. При первичном взаимодействии проникает в неизвестная ошибка хозяина и принимает постоянное положение, несмотря на неизвестная ошибка. Субстанция способна нейтрализовать порчу, а также служит источником энергии для ряда инопланетных устройств, даже при отсутствии видимого канала подачи вещества. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. К
Классификация. Неизвестная ошибка, неизвестная ошибка. Фактор риска низкий. 4%. Хорошо. Нет больше ничего. Больше ничего нет. Так, эфир у нас один. Будем экономить. Раз. Что-то я там еще не забрал. А, это что-то у нас снизу. Кто-то снизу. Так, здесь у нас что появилось? А, цель все-таки. Цель есть. Цель вот там. А до этого, по-моему, не было целей. Следующий источник сигнала. Когда-нибудь мы туда добежим. Так, у нас появилось охранальное устройство. И контейнер открытый-закрытый. То есть это закрытый. Эти два, они, по-моему, вообще еще не найдены. Как они могут быть открытыми? Хотя, может быть, откуда мы пришли вообще? Здесь бы понять, откуда мы пришли. А, вот это красное, по-моему, да, вот там у нас стоит этот Гелиос. Красное — это через что мы прошли. Туда мы еще не попадали. Так, хорошо. Интересно, что там. Здесь прыгать, наверное, нежелательно. Здесь просто помрем. Там снизу что-то есть. А, это у нас все в воде. Хорошо, может, мы потом плавать просто научимся. Ладно, пока это все пропускаем. Берем только то, что очевидно. Тоже пока я пропускаю. По карте либо можем направо куда-то пойти, либо туда. Там у нас главное — это какие-то боковые врата. Сходим в боковое врато. Тоже палец указывает. А, ну, в принципе, они просто так указывают. Какая-то ловушка. Попало. Сейчас меня так уже убьешь. Можно что-то с тобой сделать? Нельзя. Нам нужна аптечка. Это звуки светлячков. Так близко было. Так, мне бы аптечку взять, а оно стреляет сюда. Центральную тоже заберем. Немножко подлечились. Теперь вот это надо забрать. Что вообще такое было? Это неизвестно. Сломанный калибровщик. Немного повышает квалификацию. Взять. Новая запись. Новая запись. Инопланетные технологии способны напрямую передавать данные в нервную систему пользователя. В основном данные касаются применения оружия и неизвестная ссылка. Вероятно, из необходимости мгновенно обучать множество солдат. Технология адаптируется к человеческой физиологии без явных побочных эффектов, что делает ее крайне любопытным объектом для дальнейших исследований. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 2%. Классификация нейронный отпечаток. Основное значение — повышения квалификации, факторы риска низкие. Так, все здесь у нас? Нет, у нас какой-то прогресс появился. А что появилось? А, вот здесь у нас что-то общее появилось. Знаток артефактов. Найдите все артефакты для скафандра, артефакты, найдите все инопланетные, все неизвестные артефакты, все личные артефакты. Так, технический знаток. Используйте разнообразные устройства. Включить компьютер Гелиоса. Это было легко. Откройте три ксенофага. Используйте реконструктор, экстрактор паразитов, поврежденный фабрикатор, регенератор. Откройте запертый контейнер. Сознательный риск. Подберите один порченный ключ. Подберите три единицы зараженной смолы, порченной смолы, порченного сильфия. Откройте три порченных контейнера. Спасение личного состава. Взаимодействуйте с другими разведчиками. Отомстите за гибель одного разведчика. Это, видимо, босса мы убьем. Он же нас убил. Это, типа, будет как месть. Соберите одну единицу эфира. Используйте одну единицу эфира. Так, снова в строю. Возродите разведчика Астра в кооперативном режиме. Это не получится. Возродите разведчика во время сражения с боссом и так далее, и так далее. Максимальная разведка. Так, надо у нас
Вознесение, это, короче, у нас кооператив. Максимальная разведка. Достигните максимального рейтинга разведчика в кооперативном режиме. До 40. То есть, по идее, 40 уровень у нас максимальный. Достижение. Вечное возвращение. Погибните в первый раз. Открытое вечное возвращение. Выживание на Атропос. Ознакомьтесь с основами выживания на Атропос. Пока закрыто. Новая. Открытая хирургическая точность. Успешно выполнить перегрузку 5 раз подряд. А, прям подряд. Но это к этому мы тоже потом привыкнем. Пока можно сбиться, потому что я вот так стреляю. В принципе, если кнопку не отжимать, то есть просто зажать, тогда понятно, что я это отжимаю и второй раз нажимаю. А если стрелять просто вот так, если так быстрее получается, если самому нажимать кнопку. В принципе, есть шанс не промахнуться. Есть большой шанс промахнуться. То есть, если мы задерживаем кнопку, то намного медленнее все это происходит. Так, а если взять трехкратное нажатие? Ой, в принципе, хорошо. Тогда, если я зажимаю, то будет как раз таки 3 раза стрелять. Зато так можно прям расстреливать. Хотя тогда перезагрузку мы пропускаем. Так, ладно, что нам? Куда нам надо? А, все это у нас... А, нет, мы там не забрали. Запись какую-то не забрали. Журнал разведки, накопитель Astra модель 12 с аудиозаписью. В общем, а сейчас какая моя модель? Сейчас 9-я, по-моему, или 8-я модель. Модель 12. Живые когниты в пустыне. Не единственные формы жизни, которые мне встретились. Тут повсюду паразиты. Они укрепляют, одновременно ослабляют меня. Но несмотря на это, мне хочется прицепить их к себе. Прицепить к себе. Видимо, прицепил. Так, ладно. Уходим отсюда. Пока здесь делать нечего. Здесь хорошо, что никто не возрождается. Тоже ломается. Так, надо как-то привыкнуть. Надо нажимать самому кнопку чаще. Тогда будем быстрее всех убивать. А где главное не упасть? Там у нас сундук пока что запертый. Его не откроем никак. Так, а как наверх попасть? А, ну мы выходили наверх, мы попасть-то не могли. Врагов вроде нет. Это жидкость. Так, что было? Что-то было. Зараженная врата. Нарост на двери не позволяет ее открыть. Уничтожить нарост. Так, ну сейчас что-то дадут. Чей-то тоже скелет, да? Неизвестный предмет. Атропосский зарядник. Обнаружена новая технология. Она дополняет оружие альтернативным механизмом стрельбы. Добавляет оружие режим альтернативного огня. Акт АП 001. Открыто постоянное улучшение атропосский зарядник. Альтернативный огонь. Нажмите Q, чтобы переключить режим альтернативного огня. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выстрелить. Используйте альтернативный огонь, чтобы уничтожить нарост на вратах. Мощный эффект. Пригодится. Пригодится. Он, правда, перезаряжается долго. Вот так, да. Так, рикошет 1. Что он за рикошет 1? Слева написано рикошет 1. Адреналина нет. Откуда у нас рикошет 1? А, здесь можно еще вниз крутить. А, это у нас альтернативный огонь выбрался. А вот у нас рикошет, кстати, 1. Так, наводящийся рой. Выпускает рой насекомообразных, летящих к выбранной цели. Рикошет. Снаряды рикошетят от поверхности ближайших врагов. То есть это наш альтернативный огонь, и он использует рикошет. Хорошо. Так-то ничего не рикошетит. В принципе, так тоже ничего не рикошетит. Где враги?
А, понятно. Со всех сторон. Так, надо, можно, кстати, по мини-карте смотреть на них. Не, если я сжимаю кнопку, точнее, не сжимаю, а нажимаю сам, то я потом пропускаю перезарядку. И тут стреляем быстрее. Вас так много, ты не пойми, откуда вообще набежали. Вообще не был к вам готов. Так, если тройную кнопку сейчас оставим. Тогда я перезарядку буду сюда пропускать. Стройное нажатие делать. Улучшенное зрение какое-то. А, вот улучшенное зрение, признаем дело. А, в принципе, и так перезаряжается. Ладно, проще просто кнопку зажать. Медленно стрелять. Тогда мы перезарядку не пропускаем. А иначе я ее буду сюда пропускать. Повышенная квалификация. Четвертый уровень адреналина. Так, вот эта штука меня потянула наверх, по-моему. Или она пыталась меня потянуть наверх. Мы такое видели в обучении, поэтому мы ее не трогаем. Это они специально построены. Наставлены. Немного сильфия. Не помешает. Атроповский ключ. Открывает защищенные врата. Нужно. Либо контейнер. Так, а нам адреналин сбросить? Рывок. Адреналин не сбрасывает, это хорошо. Это, короче, когда мы в панике от этих инопланетных существ убегаем, как раз спиной, чтобы нас оно ловило. Так, это путь раз. Нам надо сначала эти дополнительные пройти. В боковые двери различные. Это вроде боковая дверь. Так, это не босс? Вроде нет. Неактивное устройство. Инопланетное устройство. Для активации требуется некий предмет. Требуется инопланетная технология. Неизвестное устройство. А целиком прям. Реконструктор. Инопланетное устройство для точной реконструкции сложных элементов биома. Ресурс 6 из 1. А у меня только 1 из 6. Недостаточно эфира. Для точной реконструкции сложных элементов биома. Карту нам покажет всю, что ли? Ладно, пока непонятно. Есть что-нибудь еще? Есть какой-то вопросик? А, ну вопрос это неактивное устройство. Ну, какой-то портал. Куда-то портал. Так, вот еще есть лечение. Так, это мы пока не умеем, да, рубить? Это надо потом в ближнем бою надо будет разрубать. Так, сходим сюда. Опять же, непонятно. Главное, что это не босс. Туда я точно не пойду, я знаю, что мы утонем. Что был за звук? А это, наверное, перезарядка. Видимо, да, звук перезарядки альтернативного огня. Так, ладно, здесь что-то есть, но, видимо, потом, когда мы научимся спускаться, там, кстати, кто-то живет. Кто-то там живет. Так, я вот не понимаю, вот это что летит, куда летит. Это, может быть, есть рикошет? То есть они показывают, куда нам бежать надо. Я стреляю туда, а они летят все равно туда. То есть как будто они знают, что враг где-то там. Либо то, что наш путь там. Или они на свет летят. А там какие-то враги. Запись обновлена, сломанная тренога. Так, ну хорошо, дистанция большая. Так, что у нас здесь? Оружие новое. Bye.
получено инопланетное оружие. Устройство похоже на наш карабин. Параметры и особенности оружия. С помощью квалификации можно разблокировать новые особенности и параметры оружия. Чтобы повысить квалификацию, уничтожайте врагов. Нажмите Escape, найдите мне обучение, соответствующее видео. Так, система оружия. Blast, Blast Shell. Бонусы, бонусы. У каждого оружия есть три характеристики. Альтернативный огонь, параметры и особенности. Особенности разные, да. Ладно, это мы потом. 40%. 90%. Что-то вот это вот 40-90. А может быть, оно заканчивается со временем. Альтернативный огонь – это дополнительный режим стрельбы, который постепенно перезаряжается после применения. Параметры определяют урон и прочие уникальные характеристики оружия, а особенности меняют его возможности или добавляют новые. Изначально многие особенности недоступны, но вы можете разблокировать их, применяя то или иное оружие. Квалификация влияет на параметры найденного оружия. Так, у нас пока квалификация, по-моему, была 0. Альтернативный огонь. У каждого оружия есть два режима стрельбы, обычный и альтернативный, более мощный, но с медленной перезарядкой. Готовность альтернативного режима отмечается значком «Альтернативный огонь» внизу слева, а также на перекрестии прицела. Кстати, на перекрестии я не видел. Не пропускайте предметы или эффекты, сокращающие время перезарядки альтернативного огня. Так, хорошо. Кооперативный режим. Так, ну я так понимаю, что мне, в принципе, это не надо, поэтому так просто... Кратко. Обучение. Два игрока могут участвовать в кооперативном режиме Returnal. Исследование дома и башни Сизифа какое-то. Возрождение. Если один из игроков терпит поражение, выживший может возродить товарища. Привязка. Игроки услышат предупреждающий сигнал, если отойдут друг от друга на слишком большое расстояние. Если они не сблизятся, игрок-гость будет автоматически перемещен к игроку-организатору. Кроссплатформенная игра Steam и Epic. Ладно. Прогресс. Что появилось? 2.8. Это ладно, что-то новое. Знаток тахиоматики. Откройте все особенности тахиоматического карабина. Ладно, короче, сюда в прогресс будем очень редко заходить. Так, где у нас альтернативный есть? Я так понимаю, он всегда будет разный. Он весьма неплох. А, ну вот, кстати, здесь уже, в принципе, трехкратное нажатие нам и не понадобится. Здесь уже никак не ускоряется. Здесь можно кнопку просто зажать и все. Вот, а я печалился, что как бы надо нажимать постоянно самому кнопку. А, зажал, стреляет. В принципе, метка, разброс имеет. Так, на перекрестии, говорят, будет перезарядка. Я на перекрестии перезарядка. Слева она сейчас перезаряжается. Вот эти три точки, что ли? А, ну, походу, сейчас вторая точка слева. Сейчас третья. С той стороны пошла четвертая. Пятая. Что, звук идет такой? Все понятно. Шесть вот этих точек. Так, а пистолет мы убрали? Или пистолет? Здесь пистолет? А, все, пистолета у нас больше нет. Так, что у нас здесь идет? Горизонтальный залп. Это наш альтернативный огонь. Короче, надо смотреть, что нам понравится, и запоминать. Здесь еще, кстати, есть 1, 2, 3. Это, видимо, горизонтальный зал первого уровня. Будет второго и третьего. Пробивание брони. 0%. Снаряды пронзают врагов и рикошетят от поверхностей. Ну, пробивание это у нас идет к альтернативному вроде как огню. Залп горизонтально выпущенными снарядами. Так, ладно, это мы разберемся. Не работает. Обнаружила огромную стену, из-за которой идет сигнал «Белая тень». Пересечь провал не могу. Пока что переключусь на исследование энергосигналов в лесу. Так, а где он, сигнал? Ну, видимо, вот там цель наша. А, она сбросила цель. Я, наверное, поменяла просто. Короче, раньше была цель, показан будет дойти, теперь нет. Ну, короче, да, здесь какой-то крюк нужен. Так, еще есть данные. Журнал разведки. Ладно, то же самое. Разведка Атропоса. Кто отправил сигнал? Про
Про белую тень знаю только я. А тут вдруг слышу про нее снова. Может, тут замешаны когниты. Но откуда им знать? Остается только верить, что вместе с источником сигнала я найду ответы. Короче, походу мы туда придем, а там будет какой-нибудь, не знаю, либо мы сидеть, тоже труп наш, возможно, либо мы там будем, и перед смертью мы отправили себя в прошлое постоянно, но при этом как-то сигнал, еще не знаю, посмотрим, что там будет. Либо какая-нибудь сущность, которая постоянно нас зовет, чтобы мы ее спасли, а в конце мы ее спасем и убьем. Что-нибудь придумают. Работает? Пока не работает. Мне бы оружие протестировать. Вот, спасибо. Ой, как хорошо. Улучшенный сбор аболитов. 5-й уровень. Так, ну урон поменьше. А, когда я нажимаю прибел, ой, поэтому, прицел, я слышу звук этот перезаряжающийся. А если так, без прицеливания, то он намного тише. Но пока оружие неплохое. Это как бы по стрельбе оно хорошее. Плюс, кстати, я не знаю, вот куда эти искры летят. От чего? От адреналина, наверное, они летят. Я пока не нашел, как посмотреть именно вот, как вот на это навестись. Чтобы понять. Наверное, состояние, может быть. Если бы где-нибудь было описание, было бы хорошо. Квалификация 150%. На карте ничего нету. Стоп, по значкам-то я не пойму, что это такое. Во всяком случае, сейчас. Так, 40, а сколько было? Было 0, кстати, по-моему. А, видимо, она заполнится до 100 и откроется. Скорее всего. Так, что у нас здесь? Ресурсы. Все посмотрели. Снаряжение. Акт АО 003. Тахиоматический карабин. Пробивание брони 40%. Да, ну, видимо, заполнится и потом что-то откроется. Либо второй уровень станет. Либо не знаю. Информация. Так, оружие, инопланетная технология, материалы графит, иридий и несовместимая база данных, тип, высокая и малая дальность, автоматика. Так вот, автоматика — это очень хорошо. Дальнобойное оружие когнитов. Несмотря на открытый незащищенный механизм, оно удивительно устойчиво к урону и не заедает даже в плотных взвесях атмосферы, что говорит о возможном применении саморемонтирующихся материалов. Высокая скорострельность оружия достигается благодаря сочетанию свойств механизма и зарядов. Электромагнитные поля разгоняют небольшие ошибки анализа. Снаряды для до высокой скорости, хотя до сих пор не ясно, откуда они появляются. Для дальнейшего анализа необходимо дополнительные данные. Так, хорошо. Я потом на видео посмотрю, откуда у меня вот эти берутся. Вот эти вот летающие вся вот. Вот эти вот. Сколько их сейчас уже? 5. Не, ну если 5, скорее всего, просто от адреналина. И самый первый значок слева — это вроде как повышение перезарядки. Если мы стреляем. Первая у нас перезарядка пошла. Вот он у меня с широкий диапазон. Вторая, не помню. Третья — квалификация повышенная на 50%. Четвертая и пятая вообще даже не успел посмотреть. Так, секунду. Так, продолжаем. Кстати, посмотрел, да. Получается, от адреналина снизу у нас это вот, первая — это у нас расширенная перезарядка. Второе — это, по-моему, опять забыл, что второе. Третье — это у нас квалификация. Четвертое — это сбор аболитов. А пятое, оно далось вместе с четвертым. Ну, то есть после накопления пятого адреналина. Какой-то щит, вот, который, видимо, на нас как раз и действует. Синенький. Я пока не знаю, что он дает. Так, ладно. Что мы еще не все прочитали, кстати. Хранилище данных. Улучшение. Атропосский зарядник. Инопланетный модуль, позволяющий применять режим альтернативного несовместимой базы данных на используемом оружии. Внимание, объект внедрился в неизвестная ошибка системы. Извлечение невозможно без полного отключения системы. Так, ну это то, что у нас будет постоянно, да?
Классификация усилитель скафандра. Основное назначение — улучшение оружия. Фактор риска умеренный. Так, ладно. Допустим. Журнал разведки. Так, ну это мы все видели. Правда, они не по порядку идут. Надо их пронажимать. А их, кстати, будет достаточно много. Очень будет много. Паразит, сигнал, бесконечная бездна, планета Атропос. Так, улучшение. А, здесь у нас еще одно улучшение или нет? А надо именно сюда нажать. Тогда уберется этот значок. Так, эти у нас кто? Сломанные треноги, которых мы убили вдалеке. Наземная машина из трех опор с двумя боевыми манипуляторами в настоящий момент не функционирует. Строение и технологическая оснастка треног весьма напоминает турели, но незащищенность и мобильность конструкции сделали их более уязвимыми к несовместимой базе данных. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Вот исследование. Убито 2, смертей 0. Классификация механизм, сломанная тренога, именование вида неизвестно. Или просто прочерк. Я, кстати, посмотрел, я нашел полное прохождение данной игры, ее там часов за 5 прошли. Ну, естественно, просто на этом, на английском языке, во-первых, во-вторых, без комментариев, ну, как обычно. И просто человек по прямой бежал. Он убил этого первого босса, который у нас... Это, получается, даже не босс, это что такое, мини-босс какой-то. Он его убил, получил какой-то артефакт и тут же умер. То есть, в принципе, даже если мы его убили, мы бы все равно погибли. А мне было просто интересно. Здесь просто, если заново начинать, надо все сохранения уничтожать. Потому что мне было интересно, сможем ли мы куда-то попасть дальше, если бы мы от него не погибли. Но как бы нет. Так, это у нас сельфи... А если у нас... А, заполняет одну ячейку развития. Пока не очень понятно, вот эта ячейка. Что она нам дает? Как у нас вообще по ХП будет? Типа 100%, а где вот эта ячейка? Либо она будет восполняться. Так, усилитель скафандра, кстати, вот здесь. Добавляет оружие режим альтернативного огня. Так, ладно. Так, это мы все собираем. У нас теперь должна быть повышенная. Но здоровье тоже собираем. Туда допрыгнем. А, тебя можно убрать. Чтобы ты не мешался. Так, много смолы. Две ячейки. Развитие максимальной прочности. Хорошо. Прочность скафандра повышена. А, то есть вот оно как работает. Хорошо, то есть мы собрали 3, то есть до этого они ничего не делали. А вот теперь у нас чуть-чуть повышено. То есть полоска стала немножко шире. Теперь у нас не 100%, а 105%. То есть это всего лишь 100, ну, всего лишь 5%. Ну, хотя бы так, хотя бы так. Почему бы нет? Надо собирать. Так, туда мы не попадем. Да, сходим налево. Узнаем, что у нас здесь. А, неизвестное устройство. Можно сканировать. Так, эти надо разбивать, да? А, на них можно просто наступать. В принципе, урон не наносит там никакой. Хотя в них, по-моему, ничего нет. По крайней мере, в крайнем случае, сейчас. Регенератор. Инопланетное устройство для переработки материалов. Результат неизвестен. Внимание, взаимодействие может отрицательно сказаться на прочности скафандра. Лечь. Это, конечно, опасно. В принципе, надо же протестировать. Так, ну хп много потратили, но что-то нам дают. Неизвестный артефакт. Возможно, практическое применение. Золотая раковина. Артефакт дает плюс 5% к урону от оружия за каждые 200 аболитов в баке. Максимальный бонус 15%. Так, у нас в баке 95. Никакого бонуса мы не получим. Артефакты. Артефактами называются предметы, вызывающие положительные эффекты. Одни действуют сами по себе, другие необходимо активировать. Просмотреть их можно во вкладке снаряжения компьютера скафандра. Нажмите Escape для обучения. Артефактами называются предметы,
вызывающие положительные эффекты. Одни действуют сами по себе. Короче, все то же самое. Для активации других необходимы особые условия. Одновременно можно иметь при себе не более 15 артефактов. Критические сбои могут привести к уничтожению артефактов. Также их можно уничтожать по желанию на вкладке снаряжения компьютера скафандра. Так, хорошо. Хранилище данных, артефакты, акт. Я буду читать это как акт, хотя здесь, по-моему, в основном на русском, то есть это АП. По-любому как-то это АСТ. Пусть будет акт АА 004. Золотая раковина. Инопланетный артефакт, напоминающий раковину моллюска. Объект впитывает радиоактивную энергию аболитов и направляет ее пользователю, усиливая урон. Сам по себе эффект незначителен, но его преимущество заключается в том, что он применяется не только к урону от оружия, а ко всем видам урона. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 10%. То есть надо 10 раз такие собрать, чтобы посмотреть ход исследования. Классификация инопланетный артефакт, основное значение увеличения урона, фактор риска низкий. Хорошо. Правда, хп теперь у нас сколько? 55%? 46%. То есть у нас забрали 99. 59%. Так, куда мы теперь пойдем? Вариантов, конечно, у нас немного. Вот так, туда еще можно было сходить. Это далеко. Там что-то синенькое, там может что-то скрываться. Да ладно, пойдем дальше. Пока пойдем дальше. Так, это мы сейчас... Или нам наверх? Или мы здесь провалимся? Или ему что-то нужно? Крестики остаются. Ладно, видимо, у нас проход сверху. Так, а там у нас сундук. Я пока не знаю, как эти ломать. Нам пока не дали такую возможность. Так, а почему мы это не забрали? Или мы... А, мы здесь не были. Взаимодействовала с другими версиями себя. Но боюсь, что однажды испытаю то же самое, став одной из них. А впрочем, действительно ли они это я? Или же просто пустые оболочки? Возможно, это и есть мое будущее. Так, ну скорее всего, они это ты. Цель обновленная. Найдите способ управлять инопланетной платформой. Неактивное устройство, инопланетное устройство. Для активации требуется некий предмет. Требуется инопланетная технология. Так, ну пока бежим дальше. Вниз. Нам главное не умереть теперь. Там опасно, да? Можно зайти. Так, врагов не видно. Ну, конечно, есть. Уровень квалификации все дальнейшие оружия будет улучшено. Когда мало хп, очень опасно. Ты думаешь, что тебя вот-вот может, в принципе, убить кто угодно. В принципе, так и есть. Главное, близко к ним не подходить. Этот был опасный. Так, ну хотя бы зрение есть. Так, где-то там еще враг наверху. Где-то тут. Где-то еще тут. Так, а там кто? А, это ладно. Что-то опасно, нет? И оно должно раскрыться. Пока непонятно, сейчас сначала полечимся. Подходить туда не очень хочется. Одну ячейку развития. А, это именно одну ячейку. А где хп? Нам бы чисто хп взять. Здесь же должно быть просто хп.
что-то заработало. И пока нет. Много смолы, две ячейки развития. Как бы дают, конечно, прочность чуть-чуть. А, понятно. Открыться особенность оружия пробивания брони. Постоянно особенность оружия тап нажмите. Запись какая-то сделана про эти турели. Так, с чего начать? Турели. Атроповская турель. Стационарная орудийная башня, скорее всего, предназначена для защиты от местной фауны и неизвестная ссылка. В режиме ожидания принимает компактную форму и разворачивается при обнаружении опасности. Турель свободно вращается в горизонтальной и вертикальной плоскостях и стреляет снарядами, подобно представителям фауны. Некоторые модели генерируют силовое поле, блокирующее быстро передвигающиеся объекты. Преодолеть его можно лишь посредством медленных атак на короткой дистанции. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 0%. Убито 1, смертей, механизм стационарный, атропоская турель. Так, и журнал разведки. Активируем. Так, где у нас оружие, состояние снаряжения? Так, пробивание брони. Снаряды пронзают врагов и рикошетят от поверхностей. А, то есть теперь они будут это делать, а раньше они этого не делали. То есть надо было 100%, чтобы это заработало. Здесь пока все так же, единица. Так, хорошо. В хранилище, в снаряжение. Пробивание брони, особенности. То есть теперь это будет постоянно. Это мы читали. Кстати, здесь ход исследования, а здесь у нас что? Развитие особенностей оружия. Ладно, потом узнаем. А, ну вот они теперь рикошетят. Весьма хорошо. Пока это оружие меня устраивает. А где здоровье-то? Показано где-то. А, ну опять закрыт. Так, ладно, тогда идем. Куда сначала? Сначала пойдем сюда. Здесь вроде как. От этого никак не избавиться. Там мы ничего не заберем. Посмотрим, что здесь. Так, теперь меня эти рикошеты будут пугать по большей части. Поврежденный фабрикатор. Поврежденное инопланетное устройство производит случайный предмет в обмен на аболиты. Количество аболитов постепенно растет. 75. Вставить аболиты. Ну, ладно. Нам, правда, надо было 200 штук, чтобы урон повысить. Но пока, наверное, артефакты будут важнее. Если это артефакт. Это, наверное, расходник. Расходник. Ремонтный усилитель. Увеличивает эффективность ремонта скафандра на 100% длительность 60 секунд. Так, а у нас разве ремонтируется? Полученное расходники. Инопланетное устройство. Думаю, оно мне пригодится. Так, теперь стоит 125. А сколько стоило? Расходники. Нажмите 1, чтобы использовать. Расходниками называются одноразовые предметы. Ясно. На Антропос много расходников, способствующих вашему развитию. Используйте их в любое время, но помните, что после применения эти предметы пропадают. Изначально вам доступна только одна ячейка для расходников, но у вас при себе может быть несколько копий одного предмета. При обнаружении новых расходников вы можете заменить ими уже имеющиеся. Короче, обменивать. Квалификация. Квалификация – это показатель ваших боевых навыков. Квалификация растет с каждым уничтоженным врагом. Кроме того, существуют предметы, которые повышают квалификацию или влияют на темп ее роста, то есть на то, сколько единиц квалификации вы будете получать за уничтожение врагов и от предметов. Квалификация определяет минимальный уровень оружия, который вы находите. То есть у нас первое. Нет, это не то. Второй. То есть у нас здесь второй, мы находим второй уровень. Второй уровень дает какие-то бонусы. То есть, либо, ну, рандомно, я так понимаю, может быть, к урону, может быть, к какой-то специализации, либо к альтернативному огню и так далее. Так, я не посмотрел, сколько мы отдали первый раз. У нас было сколько? 150? А, ну, первый раз мы вроде 75, получается, отдали. Да, вроде у нас было 153. Ну, короче, теперь чуть побольше. 75 на 50 больше. Ладно.
больше здесь делать нечего. Так, теперь надо как-то на ту сторону попасть. А там далековато. Я, в принципе, можно здесь пройти. Так, а это я, наверное, не пройду, да? Укрепление энергетическое заграждение. Не восприимчивость к обычному урону ближнего боя. Требуется инопланетная технология. Меня это не убьет? Меня это не убьет. Ладно, пока туда нельзя. Пока туда нельзя. То есть пока мы, в принципе, главное раньше времени не погибнуть. То есть дойти до какого-то определенного сюжета все-таки. Так, у нас, кстати, есть один ключ. А здесь вроде как он открытый. Ладно, дальше идем. Просто идем дальше. Так, что-то мне подсказывает. Пробуем перепрыгнуть. Провалимся. Да, могли провалиться. Просто очень-очень подозрительно было. Там что-то синее. Так, а здесь что у нас? Ксенофаг. Погребальный контейнер с останками когнита. Может содержать ценные предметы. А, это даже ключи не нужны. 39 этих фаболитов. Хотя бы не восстал. Против вот это... Это, наверное, самая главная раса здесь, на этой планете. Шипы на плечах. Так, мы прыгаем вниз. Хотя бы урон не получили. Неактивное устройство. Так, пока что никак. Здесь главное куда-нибудь не наткнуться и не умереть. Мало ли. Так, это по сюжету. Найди способ управлять на планете платформой. А, у тебя что-то? Обнаружила на теле когнита инопланетное устройство. Сканирование указывает на возможность модификации для скафандра. На вид устройство безопасно. Интеграция в систему прошла успешно. Начинаю функциональную проверку. Открыто постоянное улучшение какое-то там, цели обновлены. Транслокаторы. Теперь ваш скафандр может использовать транслокаторы для телепортирования. Нажмите Escape и найдите. Найдем. Транслокаторы. Транслокаторы – устройство для телепортации в пределах биома. Обычные транслокаторы позволяют перемещаться к любым другим активным транслокаторам, а в то время как у точечных транслокаторов место назначения уже задано. Так, хорошо. А здесь? А, расходники, кстати. Ремонтный усилитель. Переносной контейнер инопланетного происхождения с жидкостью бирюзового цвета. Само по себе содержимое не ссылка отсутствует. Однако в сочетании с другими ремонтными устройствами или предметами оно усиливает их эффект на 100%. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Классификация расходника инопланетная технология. Материалы алюминий, иридий и неизвестная ссылка. Тип поддержка и эффективность ремонта. Ход исследования 20%. Улучшение. Передатчик Гермеса. Инопланетный модуль, передающий ошибку анализа, что позволяет пользователю получить доступ к транслокаторным устройствам. Внимание, объект внедрился в неизвестная ошибка системы. Извлечение невозможно без полного отключения системы. То есть вот эти у нас будут постоянно. То есть это постоянные бонусы. Усилитель скафандра. Так, расход... А я же нажал. Надо было выбрать. Так, а у нас уже слева... Нету этого слева. Как они там называются, которые... Негативные эти эффекты. Что-то опасное, нет? Нет, просто вода капает. Я уже боюсь в воду наступать. Мало ли. Мало ли, я обратно не вернусь. Нет, так игра сделана красиво, да. Правда, говорили, что это будет эксклюзив для PlayStation. Ну, как мы видим, год-два проходит, и все есть на ПК. Так, а... Точный транслокатор активировать.
излучение, похоже, стационарное. То есть, если кружки... Давайте еще раз. О, вот этого я не замечал. Сейчас мы сюда запрыгнем. Что у нас здесь? Так, порченный контейнер. Контейнер для хранения ценностей поражения, пораженной порчи. Вероятность сбоя умеренная. Удерживать, чтобы открыть. Для очистки требуется 3 единицы эфира. То есть мы можем потратить 3 единицы эфира, и тогда он порча спадет, а мы его просто откроем. Так как у меня хп сейчас очень мало, я бы не хотел сейчас получить какой-то негативный эффект. Так что пока без боев. Вдруг мне сейчас отнимут все хп. Они же могут. Или нет, там будет какая-то задача. Может открыть. Сейчас просто помру, да и все. Заново придется начинать. Давайте откроем. Сбой в работе скафандра. Враги используют контратаки. Использовать ключи. А, у нас один ключ есть, кстати. Так, ну что-то нашли. Расходник. Склянка с сильфием. Новая запись. Склянка с сильфием. Незначительно восстанавливает прочность скафандра. Мы можем сейчас сменить. Сначала мы про него прочитаем. Мы можем сменить, полечиться и забрать старый расходник. А потом пойти где-то использовать ключ. Склянка сильфия. Переносной контейнер инопланетного происхождения, содержащий несовместимая база данных, который немного восстанавливает прочность скафандра. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Расходник инопланетной технологии, алюминий, иридий и ссылка неизвестная. Поддержка, ремонт. Так, хорошо, мы так и сделаем сейчас. Мы его возьмем. Этот мы оставляем. Так, использовать на единицу. Так, а сколько? Сколько он восстановится? 51%. По-моему, он, кстати, со временем немножко восстанавливается. Может быть и нет. Особо не смотрел. Так, 51. Так, это весьма много. 50, наверное, дали. Да, 50%. 50% хорошо. Так, теперь нам надо ключ. Враги используют контратаки. Как издалека, как они будут контратаку делать? Непонятно. Надо использовать ключ. Ключ у нас есть. А вот запертых у нас нет. Так, ну сейчас, может быть, наверх куда-то туда пойдем. Может, там что-то будет. Короче, просто так ключи тратить нежелательно. Так, вот это нам надо было. Попадем куда-то, наверное, наверх или куда? Так, здрасте. Так, пытаюсь на shift часто нажимать. А не получается, потому что есть перезарядка. Неизвестный предмет. Так, сейчас, погодите. Но я не видел, какая у них там была контратака или ее вообще не было. Это куда? Это точно. То есть он меня перенесет вниз, это понимаю, куда-то. По-моему, где-то еще враги. Туда вниз мы не пойдем. Так, по карте вроде врагов нет. Одну ячейку заберем. А где предыдущие ячейки? Мы же вроде уже подбирали. А, мы ее активировали, то есть у нас уже 110%. Максимально, по-моему, 110. Так, что-то фиолетовое. Эфир. Так, эфир мы уже, в принципе, знаем, мы его берем. Порчу вряд ли мы будем с помощью его снимать, потому что он, скорее всего, нужен немножко для другого. Так, два чего-то одинакового. Электроскачок, новая запись. Расходник. При приземлении после прыжка вы создаете энергетические взрывы. Длительность 30 секунд. Так, а второй то же самое, да? Второй то же самое. Но если бы у нас было задание использовать расходник, я бы просто взял и использовал. Так, нет смысла, наверное, 30 секунд, пускай лучше будет неэффективность ремонта, наверное. Опять же, эффективность ремонта мы можем просто сейчас использовать, потому что он ничего делать не будет. Он просто удвоен, а ремонта-то у нас нет. Надо было, наверное, сначала его сделать, а потом уже отремонтировать скафандр. В принципе, мы получили бы плюс 9%.
Ладно, посмотрим на это. То, что взяли сейчас. А где оно? Электроскачок. Переносной контейнер инопланетного происхождения, содержащий алую жидкость. При использовании контейнер раскалывается, покрывая пользователя жидкостью, которая запускает необычный побочный эффект в ножных приводах скафандра Астра. При каждом прыжке происходит небольшой взрыв. Неизвестно, является ли этот эффект намеренным. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 20% у нас есть. Инопланетная технология, расходник, алюминий, иридий, ссылка, неизвестная атака, взрыв. Если мы, допустим, его сейчас используем, у нас 20%. Мы его использовали. Теперь у нас после каждого приземления взрыв идет. Этот мы забираем. Допустим, этот мы забрали. И теперь... Так, еще, кстати, сейчас про этого врага почитаем. Теперь у нас расходник должен быть... Нет, тоже 20%. А это не тот. Так, 40%. Да, то есть учитывается не применение, а именно просто взятие. То есть надо 5 штук подобрать. Тогда мы вот этот ход исследования прокачаем. Не знаю, что будет дальше. Так, про врага. Про врага. Новые, кстати, неожиданно прилетели. Какие-то с этими щупальцами. Чуть-чуть почетче были бы. Было бы хорошо. Стрикса. Крылатое существо с крупным скоплением плоти в центре, практически лишенным костной структуры. Заметнее всего выделяется синий мерцающий карман, содержащий органы множественного назначения. В сравнении с общими размерами тела у него ненормально текст поврежден, что, по-видимому, используется для запугивания. Судя по строению крыльев, физически они не способны поддерживать такое массивное тело. Атакуют сгустками энергии, подобно Кербероном, но, оказавшись в группе себе подобных, обретает умение поражать цель направленным лучом. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Фауна летающая, стрикса, харпии, стриксаптера. Вид такой у них. Так, хорошо, вниз, главное вниз не прыгать. Там интересно, что там. Смерть, наверное. Так, нам надо дальше. Нам надо ящик где-то найти. Пытался проследить путь, но не получилось. Так, а можно наверх? Я туда вряд ли допрыгну. Попробовать, конечно, можно. Мне кажется, прыжка пока не хватает. Может, потом будет какой-то увеличенный прыжок. И там определенно что-то есть. Может и нет. Но пока рисковать не очень хочется, потому что я упаду, потеряю хп. Есть там что-то вообще? Нет. Будем считать, что нет. Сканирование области. Нажмите Т, чтобы просканировать область и найти выходы. Используйте сканирование и карту, чтобы найти главный путь к цели. Мы, допустим, нажимаем. Просканируем. Ну, мы двери так видим, это я помню. Главной цели все равно у нас нет. Ну да ладно. Потом мы знаем, где дверь. Так, здесь что у нас? Обнаружена технология, производящая другие устройства. Фабрикатор. Инопланетное устройство для производства предметов. Работает на оболитах. Так, взаимодействовать. Так, здесь есть расходники. То есть я могу что-то из этого купить. У нас 321. Нам надо 600 минимум поддерживать. У нас было плюс 15% к урону. Расходник большая склянка с сильфием. Значительно восстанавливает прочность скафандра. Хотя, в принципе, вот это, наверное, лучше взять вместо электроскачка. Продвинутый калибровщик. Это какой-то ресурс. Невероятно повышает оружейную квалификацию. Невероятно. Это, видимо, одноразовый тоже какой-то ресурс. То есть у нас может сейчас сразу до второй квалификации повысится. Артефакт для скафандра, ремонтный контур. Сбой или его исправление восстанавливает прочность. Так, сбой или его... В принципе, вот это хорошо было бы. Тем более, это артефакт для скафандра, он, скорее всего, никогда не пропадет. Надеюсь. Артефакт для скафандра, перезагрузочная горячка. Успешная перезагрузка ненадолго увеличивает скорость и защиту на 15%. Тоже очень интересно. Так, про артефакт, что нам писали? Они не пропадают или они пропадают тоже? Не, артефакты, они пропадают.
Золотая раковина. Есть у нас. Электроскачок. Так, ну я думаю, как бы это хорошо было бы. Нет, не это хорошо было бы. А птичку хорошо было бы с собой таскать. Мне пока интересуют эти вот ремонтные. Скорость, в принципе, если бегать, то это не очень. Хотя защита 15%, это хорошо. Пускай будет вот этот пока сбой, или его исправление восстанавливает прочность. Допустим. Новая запись, артефакт для скафандра. Нажимаю Tab. Артефакты. А, он прям так и называется. Инопланетный артефакт, который замещает запись, отсутствует, меняя подсистему скафандра, модифицируя и улучшая его возможности. Эта технология сопоставима с технологией, примененной управлением Астра при разработке скафандров, и может быть использована в целях выживания. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 5% инопланетный артефакт, усиление способностей умеренный. Так, хорошо. Пока больше мы ничего взять не сможем. 71 остался. Короче, надо как-то повышать эти вот аболиты. Мы их больше и больше могли брать. Это что такое? Усилитель прочности, базовый усилитель. Увеличивает максимальную прочность на 25%. 325. Наверное, вот это надо было взять. Я это не заметил, что оно здесь есть. Базовый усилитель. А здесь что? Хранилище аболитов. Устройство, обменивающее аболиты на эфир. По всей видимости, определенное количество аболитов запускает какую-то реакцию. Разведчикам предлагается приложить совместные усилия. А, играть по сети. Ясно. Че лежишь? Под обломками. Так, здесь у нас что? Враги? А, это портал. Мы же теперь можем перемещаться. Транслокатор. Инопланетное устройство для перемещения на большие расстояния с выбором места назначения. Текущая позиция, место назначения. А ну, короче, можем перемещаться по всей карте. Это хорошо. Так, эти у нас транслокаторы, точечный транслокатор, фабрикатор, реконструктор, инопланетный символ. Ладно. Есть ящик какой-нибудь вскрыть? Возможно, практически применение. Обнаружены следы примитивной инопланетной письменности. Ресурсов для расшифровки символа пока недостаточно. Инопланетный символ. Письмена когнитов. Ищите образцы шифра, чтобы перевести их. Достаточно образцов шифра 0.1. Так, ну он где-то рядом, наверное, нет? Вот это оно. А по карте? Не, по карте показывается, что что-то есть. Через сканер их не видно. Туда мы пока не пойдем. Неизвестные символы, возможно, практическое применение. Обнаружен фрагмент инопланетной письменности. Новая запись, это мы почитаем. Ресурс, образец шифра, фрагмент языка когнитов. Собирать образцы, чтобы улучшить перевод инопланетных символов. Взять. Собран образец шифра 1 из 10. Так, теперь мы сможем здесь прочитать что-то. А, письмена, ищите образцы, анализировать. Отлученные братья. Агония сводит с ума. Инопланетный символ новая. Точность перевода 23%. Уровень 1. Братья отлучены. Воды возмутились. Сводящая с ума агония. Предотвратить бесконечный круговорот. Уровень 2. Собран образцов шифра 1 из 2. Так, escape. Инопланетный символ. Так, анализировать. Нам, короче, надо еще один образец найти где-то. Здесь я их понимаю, я так понимаю, их здесь 10. Это дверь? Или не дверь? Какой-то глаз, кстати. Оттуда мы могли, наверное, упасть. Я вряд ли слишком высоко. Так, ну перемещаться нам никуда не надо. Максимум, конечно, мы можем переместиться. Так, как тебя крутить? Переместиться обратно, где у нас, нам нужны вот такие, да, транслокатор. Сюда. Мне просто сундук надо какой-нибудь открыть. Но их здесь нет. Есть много вопросиков. Откуда они там взялись?
Без понятия. Так, ладно. Что у нас тут в хранилище данных? Ресурсы. Хорошо, что помечено. Вот это вот прям хорошо. Что мы знаем, куда тыкать. Образец шифра. Один символ инопланетного письма. Внутреннее значение, самосознание и антиэкзистенциональный ошибка анализа. При всей сложности структур и механизмов язык и письменность когнитов представляют совершенно примитивными, как если бы этот язык совершенно не соотносился с их способностью создавать и мыслить. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 5%. Инопланетный язык, расшифровка символов, фактор риска низкий. Ладно, идем дальше. Пока идем дальше. Цель обновлена. Странный энергетический всплеск. Ставлю метку на карте. Не воспринимаюсь корона от снарядов. Так, найди способ уничтожить инопланетный барьер. У нас путь пока только сюда. Так, здоровье у нас полное тут. Так, какие-то новенькие. Это еще стреляется у меня. Так, ты не один, да? Они еще перемещаются. Так, им, походу, надо стрелять в голову. Вот это печально. Так, мы много хп не сняли, потому что... Так. Я все переживаю. Это что такое? Это меня просто замедляет, да? Урон не наносится. Хорошо. Все они нас просто замедляют. Так, сюда мы можем потом прицепиться когда-нибудь. Я пока не знаю, сколько они уронов наносят. Мне постоянно страшно, что они меня просто возьмут и убьют. Много сильфия значительно восстанавливает прочность скафандра. Так, ну, в принципе. То есть здесь желательно, наверное, некоторые вот эти предметы оставлять на потом, чтобы мы... Они еще не исчезают. Мы потом могли прибежать и забрать их. Так, это мы забираем. Главное не упасть. Сломанный калибровщик. Немного повышает квалификацию. Взять прям совсем немного. Это, естественно, забираем. Это очень необходимо. Там есть здоровье, наверное. Либо же просто какая-то опять часть. Незначительно восстанавливает прочность. То есть такие вот маленькие зеленые, это вроде как восстанавливает прочность. Что нам нужно. Я просто пока сильно их не различаю. То, что нам дает ячейку, и то, что нам восстанавливает здоровье. Можно, кстати, посмотреть. Так, инопланетный символ, кстати. Вот. Всего образцов шифра. 1 из 10. Братья отлучены, это мы все читали. Что будем знать, что здесь даже есть и шифры. Можно выбрать. Так, расходники. Не то, снаряжение, ресурсы. Так, а, враги, сейчас про нового врага почитаем. А, сильфий, гриб. Гриб. Смола. Аболит. Ключи. Калибровщик, образец шифра. В общем, получается просто такой сильфий. Смола. Ладно, потом это надо найти сначала. Так, кто у нас вот это появился, по-моему, это было. Микоморф. Крупное... Энд какой-то. Крупное грибоподобное существо. Гуманоидная фигура, состоящая из биоматериала. Неизвестная ссылка. Стреляет как снарядами, подобно большинству представителей местной фауны, так и собственными спорами, которые прилипают к цели и замедляют ее. Особенно опасным становится при получении серьезных ранений. В этом случае существо яростно бросается в атаку. Его поведение явно носит защитный характер, однако до сих пор не ясно, каким образом оно способно расплескиваться и собираться вновь в другом месте в течение нескольких секунд. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 4% грибообразные, микоморф,
Миканида Морфолокус. Морфолокус. Хорошо. Так, нам сюда или? Вот там что-то есть. Сначала, наверное, лучше вот в эти вот в синенькие заходить. Там можно получить какие-то бонусы. Ну, либо смерть. Удивительно. Я обнаружила технологию, которая записывает прошлое. Может, это какой-то визуальный архив? Так, ну что-то про инопланетян. Инопланетный архив. Инопланетный видеоархив. Предположительно показывает исторические события. Я могу нажимать и могу не нажимать, да? Тогда он будет нам мешать. А, и здесь у нас тоже архив. Так, ну ладно, начнем сначала. Ящик? Ящик, отлично. Мы сейчас эту сбой скинем в себя. Контейнер для хранения цен. Для хранения ценностей не представляет угрозы. А, я думал, мы будем хранить. Нет, можно просто открыть. А, так, нам предлагают модифицированный пистолет СИЗ-М8, который у нас, в принципе, был. Энергетический поток какой-то новый, бонус к урону 1, скорость стрельбы все то же самое, рикошет 93%, сменить оружие. На самом деле, не очень хочется. Мы можем обратно поменять. Также у нас 93%. То есть только после того, как мы по врагам попадаем, тогда оно растет. А так нет. Я думаю, пока мы оставим карабин, который у нас есть, потому что я с пистолетом не очень хочу бегать. Хотя интересно посмотреть, что за энергетический поток. Так, ясно. Ладно, пока оставляем то, что у нас было. Там получше. Так, смотрим архив. Он не мешался. Заросшая руина. Столкнулись такой же враждебной фауной. И все. Так, но она больше не рассыпается. Это уже хорошо. Так, что, куда это заносится? В хранилище данных? Инопланетные архивы. Акт АИ ЗАР-1. Заросшая руина фреска 1. Когниты съежились от страха перед опасностью в заросших руинах. То есть когниты это вот эти вот вроде как чудики. Съежились от страха перед опасностью. То есть от чего-то они там, короче, съежились. Что, они боялись? Это когнит. Так, пойдемте в эту сторону. Фабрикаторы. Я такими пользовалась. Так, фабрикаторы. По порядку. Я просто не могу нажимать Tab в момент, когда она говорит. Строительство с использованием аболитной энергии. Допустим. Почему-то это все хорошо работает с нашим скафандром. Красное это, короче, оружие, походу. Так, что у нас здесь? Это главное, чтобы босс какой-то не вылез. А там у нас порчий сундук. Они возвели защиту. Это случилось, наверное, сотни лет назад. Так, защита. Когниты и роботы развивают инфраструктуру. Так, еще есть роботы какие-то. Хорошо. Плохо, хорошо. Так, это вроде через что мы будем потом цепляться. Так, контейнер. Сильно порченный контейнер. Контейнер для хранения особых ценностей пораженной порчи. Вероятность сбоя очень высокая. Держим, чтобы открыть. Что-то как-то на самом деле не очень хочется. Или получим прям большой сбой. Там звуки, по-моему, слышны. Кто-то кричит. Ладно, открываем, чем мы зря сюда шли. Следующий сбой будет критическим. А, это да. Продвинутый калибровщик. Невероятно повышает оружейную квалификацию. Так, а что у нас со сбоем? Защита снижена на 20%, открыть контейнеры 2. Так, в общем, теперь по нам вообще будет хорошенько попадать.
Так, ну сейчас мы должны квалификацию вторую получить, да? Все дальнейшие оружие будет улучшено. Все дальнейшее оружие. Хорошо. Так, больше мы не можем брать сбой, потому что иначе мы... Будет он какой-то критический, я не помню, что он сделает. Сам сделает критический сбой. Мы, конечно, про это читали. После третьего сбоя происходит критический сбой, который уничтожает один из имеющихся у вас предметов. А, вот так вот. Это нехорошо, я так понимаю, что предмет... А, он может вполне... Нет, снаряжение вряд ли, оружие точнее. Может, этот предмет, да, уничтожит. Либо ремонтный контур, либо золотая раковина. Кстати, сейчас мы получили сбой, мы, по идее, должны были получить прочность. Наверное, да, потому что у нас сколько? 100%? 110. 110. Ладно, я так понимаю, что здесь все. Так, а ты режешь у нас все еще с одной звездой. Но если бы мы это получили после второго, то здесь бы было бы уже две звезды. Так, пока вроде как здесь больше ничего нет, можно уходить. Дальше мы туда не попадем. Больше архива никакого нет. Пришли, только порчу получили. Так, нет, туда не хочу. Так, новое оружие. Это вроде безопасная зона. Так, удерживайте. Открыто новое оружие. Новая запись, утробный изрыгатель. Утробный изрыгатель. Особенности, так, классификация оружия бионическое, неизвестный биоматериал, средняя и малая дальность, полуавтоматика. Скорее всего, будет что-то хуже. Так, интер. Бионическое оружие для стрельбы на коротких и средних дистанциях. Большинство органов основы, вероятно, некой амфибии, были изменены или удалены. Но центральная нервная система осталась нетронутой, поэтому на пределе сил оружия неизвестная ошибка и прекращает работать. Боеприпасы представляют собой коконы, пробивающие даже металл. Они покрыты едкой слизью, которая наносит цели урон и после попадания. Пасть оружия широка, и разлет коконов при выстреле тоже довольно велик. Поэтому для нанесения максимального урона рекомендуется стрелять с короткой дистанции. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 0% оружие бионическое. Это мы прочитали. Так, ладно, просто попробуем, вряд ли я буду с этим бегать. Двухзвездный. Энергетический поток какой-то. Бонус к урону 2. Необъятная пасть новая. Так, это враг. Область заблокирована. Так, прикольно. Давайте-ка мы обратно возьмем, что у нас было. Опять блокируете вы это? А, это разблокировался. Так, на самом деле не знаю, что с ним. Бегать, не бегать. Оно вблизи. То есть это как дробовик. Вблизи будет хорошо бить. Но наносит урон после попадания. То есть как кислотой или чем-то он там разъедает. Но это оружие мне нравится больше. Здесь есть вот такая вот штука. Кстати, вроде оно неплохо урон нанесло. Где у него перезарядка? А это патроны, это не те. А вот перезарядка по бокам накапливается. Не, с этим это надо вблизи подпекать. У нас будет, ну, как мы потом потестируем. Не сейчас. Сейчас пока не очень хочется. Что такое? Так, ну опять эти какие-то эти. А это мы? Как она говорила, какие-то паразиты, которые как бы вроде нас съедают и, ну, как бы нам портят все, но при этом она хочет на себя все равно ее надеть. При этом здесь сундук. Ладно, смотрим, что это такое. Встретила какой-то живой организм. Выглядит нервным. Он присосался к моей руке. Он не проявляет агрессии. Он укрепляет и в то же время ослабляет мой скафандр.
Паразиты. Паразиты и ослабляют, и усиливают ваш скафандр. Нажмите Tab, чтобы просмотреть статус скафандра и информацию о прикрепленных паразитах. Escape обучение. Так, сначала Escape. Паразиты — представители загадочной фауны Атропос. Паразит там на полу. Которые по-разному влияют на ваш скафандр. Одни изменяют алгоритмы ремонта скафандра, другие способны даже защитить вас от смерти. Каждый паразит обладает уникальными положительными и отрицательными эффектами. Некоторые паразиты автоматически отделяются после истощения или их эффекта, но большинство можно отделить только с помощью особых устройств и расходников. Это как бы печально, конечно, что мы его получили. Так, хранилище, ресурсы. А, это, кстати, вот этот новый враг, который нас напал. Более такой утолщенный. Керберонникс. Генетическое существо практически идентично керберонам, но некоторый текст поврежден. Вероятно, вызвали мутацию, сделав его крупнее, устойчивее к повреждениям и наделив возможностью выстреливать большее количество снарядов за один залп. Вместо голубого свечения, характерного для более мелких сородичей, кербероникс приобрели оранжевую окраску, которая заметнее в среде их обитания и, вероятно, служит для привлечения особей противоположного пола. На данный момент два вида считаются разными, и их способность к скрещиванию под вопросом. Так, ну здесь, короче, все то же самое. Дополнительные данные, нужны еще анализы необходимы. Убит один. Классификация фауна. Кербероникс. Виды. Керберония. Никсус. Так, ресурсы. Так, что у нас было в ресурсах? А, паразит прям здесь. Особь опасная. Рекомендуется текст поврежден. В соответствии с правилами разведки. Воздействует на биологические системы, вызывая положительные или отрицательные последствия. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. 10% ксеноинсектоиды. Улучшение параметров способностей скафандра высокий. Фактор риска. Так, хорошо, а где оно теперь? Где оно теперь у нас? Где оно в нас? Так, это у нас бой в работе. Скафандр, кстати. Защита плохая. Так, адреналин 0.6. Это ладно, это мы потом соберем. А, вот прямо здесь, да? Паразит. Можно потом будет до 6 паразитов. Ну, либо до 5, наверное. Первый всегда сбой, а потом эти паразиты. Может, на ноге еще будет. На другой, на голове прямо. Запирающий гнилец. Паразит. Вы получаете добычу с врагов чаще. Вы получаете урон при использовании антропосских ключей. Это печально. Но мы вроде как должны получать урон. То есть получать здоровье. Вот, получаем прочность при... А нет, это просто при сбое. Или его восстановление. Так, нам придется получить урон при использовании антропосских ключей. Нам же надо один сбой снять. Это почему-то здесь умерло. Тоже Селена. Отсюда не видно. У нас же на шлеме написано. Да, на шлеме сверху справа. Отсюда не видно, но, видимо, тоже, наверное, Селена. Кто еще может быть? Ну, походу, здесь одни. Одни, но много раз. Ладно. Мы возвращаемся. Оружие пока брать не буду. Так, ну они сами активируются, то есть не обязательно их нажимать. Так, где враги? Так, это опять шутеры. А, это тоже, кстати, мощный. В общем, когда он так загорается, лучше убегать. Пока вроде живем. ...150 хп. Так, ну, сходим, заберем тот, ладно. Что-то против этих уже очень плохо с этим оружием. Может, тут действительно будет помощнее намного. В принципе, вблизи мы можем подбежать. Насколько большой урон идет к урону? Урон от оружия плюс 2%.
Тоже плюс 2. Попробуем, попробуем, может он будет лучше. Может у него умение лучше бьет. А, здесь тоже оружие упало. Тоже изрыгатель. Так, здесь сила оглушения какая-то. Тяжелая пуля. Это маленький, по-моему. Вроде как маленький. Не, вроде это не маленький. Вроде это не маленький. Но ХП хорошо нам сняли. Что у меня в расходнике вообще? А, там прыжок. Так, это мы куда провалились? Нам надо что-то забрать. Но нас могут убить. Ну, допустим. Ключ. Ну, ключ я забрал. Ладно, будем знать, что есть еще и такие приколы какие-то. И здоровье. Это здоровье? Вроде маленькое здоровье. Так, хорошо. Хотя бы так. Это что? Эфир. Так, эфир забираем. Что-то еще есть где-то вот здесь. Наверху. Мы туда пока не попадем, наверное. Хотя мы можем отсюда. Можем сделать так. В принципе, да. Урон вроде не получили. Старый калибровщик повышает оружейную квалификацию. Хорошо. Вообще, это оружие мне не очень нравится. Сломанный калибровщик. Так, хорошо, еще. В этом в чем разница? Здесь наводящий рой. И тяжелая пуля какая-то. В принципе, вот это нам будет даже получше. Это здесь сила оглушения, там бонус к урону. Но бонус к урону у нас пишется обычный. Плюс 3. Или он в снаряжении, наверное, здесь должен смотреться. Просто знать бы, какой у него изначальный урон. Возьмем эту, потому что здесь будет. Хотя вот это тоже был нормальный. Тоже нормальный был альтернативный огонь. Вроде было неплохо. Надо на видео посмотреть, как вот так. Это мы куда упали? Сюда нам не надо. Когда нас заперли с тем врагом. Так, в бок я, наверное, уже не успею, да? Здесь надо было на скорость. Там что-то, что-то было. Оно не закроется опять. В общем, надо было... Ну, я не знал. Может, туда не допрыгнул. Здесь был бы выбор. Либо там что-то с здоровьем взять. А, вот это, наверное, мы потом сможем когда-нибудь использовать. То, возможно, туда можно будет попасть. Но когда-нибудь потом. Ладно. Это дом. Это, скорее всего, наш дом. Журнал разведки. Думаю, в этом доме я переживаю воспоминания заново. Но не полностью. Они повреждены. Некоторые части отсутствуют, другие словно созданы искусственно. Но я ясно помню эту пытку. Ощущение, что я схожу с ума. Здесь нет утешения. Негде укрыться.
И астронавт продолжает меня преследовать. Так, астронавта мы два раза видели. Так, что это значит? Дом. Дом, построенный в 20 веке. Заблокирован. А, кстати, здесь почему-то переходит на ходьбу. Так, ладно, это мы потом узнаем. Здесь у нас опять этот, как они там, транслокаторы эти. Транслокатор. Так, в битве быть. Вблизи к ним не очень хочется подходить. Хочется, если их в них и стрелять, то издалека. Это, скорее всего, маленькие, но при этом они... О, здоровый. Так, он меня может убить. Аптечку особо не найти. Ключ. Так. Аптечку не нашли, но куда-то упали. Здесь полечимся. Нет здесь лечилок. Фабрикатор. Исполнительное устройство для производства предметов работает на болитов. На болитах. Либо это, либо это. 200, 200. А у нас 133. Усилитель защиты увеличивает защиту на 10%. Усилитель квалификации повышает квалификацию на 15%. Ни то, ни то мы сделать не сможем, поэтому, в принципе, нам это все не годится. Походу, нас сейчас убьют. Нам же никак не полечиться. Односторонний транслокатор. Опять-таки к ним и выведет нас. Так, не этот, так другой. И бы еще видеть, где они находятся. Не, ну с этим оружием это надо прям вблизи подходить к нему. Вблизи что-то я пока к ним боюсь подходить. Молния вроде бьет неплохо. Ну, это луч какой-то. Но он очень долго накапливается. Так, все с врагами? Нет, с врагами еще не все. Не, оружие по-любому надо менять. Так, все дальнейшее оружие будет улучшено. Где-то там. Ладно, пока это оружие мне не зашло. Так, вот здесь какой-то мой карабин. Разрывная граната новая, бонус к урону, скорость снарядов, прыгание брони. Вот это мы оставим. Пока вот этот карабин самый такой хороший. Неизвестный. Расходник, экранирующая склянка, создает щит, защищающий от следующего удара. Так, это мы используем прямо сейчас. Нам бы здоровье. Нам бы здоровье. Оно где-то здесь везде есть, но всегда очень далеко. Так, здесь вроде можно перепрыгнуть. Так, калибровщик. Так, здоровье. Умеренно восстанавливает прочность скафандра. Отлично. Хотя бы так. До той мы уже не дотянемся. А больше здесь... Нет, еще где-то под нами что-то есть. А, ну опять же, туда мы пока не попадем. Так, что у нас здесь было за... За... Разрывная граната, альтернативный огонь. Так, выбирается область. Восстановление, в принципе, долгое. Они пишут, сколько у них восстанавливается это все? Вроде как не пишут. Главное, вот это пронзает, рикошет, хорошо. По ним хорошо издалека просто стрелять. Оно какое-то улучшенное. Я же до этого, по-моему, синим чем-то стрелял. Вроде как.
Рикошеты вроде были синие. Что нам дает красный эффект? Не особо-то и понятно. Скорость снарядов больше. Или оно всегда было такое красное? Может, этот усиливается? Не, добычу с врагов чаще получаете. Нет, ну явно не он. Так, открепить тебя не получается, да? Просто так не открепить. Ладно, пока идем дальше. Там еще есть аптечка одна и вторая, которую нам не взять. Значит, идем дальше. Главное не помереть. Ой, эти неприятные. Там кто-то еще сзади бегает. Это здоровье? Отлично, здоровье возьмем. Ой, какое здоровье. Не знаю, кто это. Потом прочитаем. Но уроны маленькие, на самом деле. Эй, это плохо. Это плохо, так не надо. ХП вообще нет. Вроде и врагов больше нет. Блокировка снята. Печально, когда ХП нету. По-моему, где-то еще враг. Нет? Так, блокировка снималась. Плохо, когда ХП очень-очень мало. Так, шифр. Образец шифра. Фрагмент языка когнитов. Собирайте образцы. Так. 2 из 10. Это теперь надо к той опять идти, что ли? Там же вроде 2 требовалось. Или мы теперь можем отсюда прочитать? Символы. А, теперь 47, то есть собранного образцов шифра было 1 из 2, теперь 2 из 5. То есть мы, у нас второй уровень познания их языка. Так, точность перевода — это был уровень 1, уровень 2, точность перевода 47%. Спрут наверху, наши братья отлучены, агония сводит нас с ума. Здесь воды возмутились. Так, агония сводит нас с ума, нельзя остановить бесконечный круговорот. Припадки. Так, журнал разведки. Это мы... Астронов продолжает меня преследовать. Это возле дома было. Расходники. У нас новый расходник какой-то. Экранирующая склянка. Переносной инопланетный контейнер со светло-зеленой жидкостью. При использовании контейнер раскалывается и покрывает пользователя жидкостью, которая затвердевает в крепкую, но хрупкую оболочку. Барьер защищает пользователя от одного вражеского удара, даже если при этом неизвестная ссылка. Так, хорошо, 20%. Расходник на планету технологии, алюминий, иридий и неизвестная ссылка. Защита и барьер. Враги. Так вот, Титанопс. Нормальная у тебя клешня такая. Прям как топор. Крупное двуногое существо, левая рука которого полностью состоит из несовместимой базы данных, а в правую имплантирована сетчатая костная структура, подобная лезвиям. Способности к стрельбе пока не замечено, но существо способно стремительно преодолевать большие дистанции прыжками и рывками, сближаться с целью и поражать ее рукой клинком. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Фауна. Смертей от этого врага 1. Когда мы успели. У нас такого не было. В начале, может быть, это который у нас был. Что-то же сам. Там вроде другой был. Он слишком быстрый был. Я не помню у него такого лезвия. Здесь плюсик появился, кстати. Смерти этого врага 1. Классификация фауны. Титанопс опсилоид. 0%. Не знаю, почему 1%. Ой, это одна смерть. Нас убивал другой. Может быть, такой и был. Так, здесь у нас что-то было обновлено. А, вот это вот. Вот этого не было. Вроде как. Но на которой дистанция может прыгать на врага. Да, вот это все, что ниже, не было.
Керберон демонстрирует стайное поведение. Ошибка анализа. Середина тела и отверстие в голове, вероятно, так он чувствует добычу, как плотоядная, несовместимая база данных. В крайних случаях убивает молодняк. Среди таких крайностей недостаток ресурсов, отсутствие связи, несмотря на успешный импринтинг, самосохранение, скука. Так, мы будем дальше исследовать. Убито 50. И здоровье. Дайте мне здоровье. О, пятерка. Откуда пятерка? Тахиоматический карабин. Горизонтальный залп, по-моему, мы уже это знаем. Крупный у пятерки, то есть получается даже два этих есть. Пробивание брони также останется, плюс крупный калибр. Бонус к урону, предел перегрева, скорость снарядов. Это явно лучше. Определенно. Так, что у нас? Такой, да, такой уже был. Так, здесь что-то важное, нет? Это огромная хилка. Эфир. 4 эфира, 3 ключа, но нет никаких сундуков. А сундук, если я открою, он меня убьет. Но у меня тогда снимется сбой. Тогда, по идее, я должен восстановить здоровье. Такое интересно, сколько я здоровья получу. И раньше ли я получу или позже. Скорее всего, я сначала умру, а потом мне скажут. Типа, можешь восстановить здоровье. Так, можно вот сюда сходить. Пока все печально. Если опять, наверное, сейчас враги налетят. Нет? Кто-то прыгает. Какие-то жуки или листья. А, это листья поднимаются вверх. Я думаю, кто прыгает. Я все боюсь, что у меня сейчас кто-нибудь со спины налетит. Так, инопланет символ. На точность перевода 18%. Инопланетный символ новая. Уровень 1. Так, прочность скафандра критическая. Я вижу. Я в курсе. Глаз установлен. Мы должны отправиться в пустоши, где что-то расколотый разум. Собран образцов шифра 2 из 3. Уровень 2. Письмена когнитов. Ищите образцы шифра, чтобы перевести их. Так, ну здесь, наверное, где-то будет шифр. Так, ну вот. Хотя нет, это не то. И не ящик ведь. Здоровье, дайте здоровье. Ключ от дома. Старинный ключ от дома. Такие использовались в 20 веке. Мой ключ от дома. Как он здесь оказался? Так, было бы хорошо, если бы там было какой-нибудь сохранник. Какой сохранник? Шарогарик. Что-то со здоровьем вообще беда. Прям не дают и все. Нет, потом станет проще, но надо найти где-то это лезвие. Найти способ уничтожить там планетный барьер. Надо вообще было просто идти по сюжету куда вот туда. Возможно, там бы мы что-то нашли. Так, главное никуда не провалиться. Так, или сначала к дому сходить. Я не думаю, что дом нас убьет. Ключ взяли. Это же дом. Дом. Перевоплощается тоже весьма красиво. Так, ключ от дома у нас теперь есть. Зайдет. Дом построен в 20 веке. Войти. Чтобы сейчас хоррор не начался. Так, солнышко, дверь, это рубашка, выключатели, можно приблизить, правый, левый. Двери не открываются. Astra Corporation.
Так, это, я так понимаю, Селена. Зачеркнуто, не пойми что. 7.20, роспись какая-то. Телефон стационарный. С автоответчиком. Листочек, по-моему, я не знаю, что это справа. Вроде сверху листочек. Хотя больше похоже на планшет какой-то. Не знаю. Так, там стикеры. Так, в зеркале мы отображаемся, это хорошо. А, какие-то арки, мостик. Ключи от дома. А ключи у нас уже есть. Бумажка. Кружка. Кружка с космосом. Точнее, с планетой. Это непонятно. Ну, здание какое-то просто. Планеты, солнце. Там вроде как... Туда мы пока не пойдем. Так, космонавт. Это типа мы. В молодость, только я так понимаю. Так, новые книжки. Карл Стентон. By renowned author. Mystery of the Cosmos. The номер один. Worldwide bestseller. The... Так, вот этот про Зевса было. Нижняя тоже, кстати, была. 8.36. Сейчас нам бы дату еще сказали, в каком году. Монетки. Не, ну сейчас мы типа в 20 веке. То есть получается... Мы по-любому играем за 2000 год. То есть после 2000-го. Так, посмотрим сначала там что. Поочередно. А наверх можно? Возможно, нет. Наверное, фотоальбом какой-нибудь. В эту бомбу я подшивала первые протоколы задач. Но все это в архивах корабля-носителя. Допустим. Это сделано уже после моего ухода. Но как? Так, то есть была у нее какой-то домик в поле. Выйти я не могу, да? Скорее всего, нет. Так, либо наверх, либо где? Шум был где-то, по-моему, наверху. А там что? Сюда, наверное, не надо. Че, кот прыгает на дверь. Подходящий момент. Всякие шумы. Шума. Так, короче, там было у нас, получается, домик какой-то. Мы шли по полю к домику, потом какой-то космонавт, и все испепелено. Может, планету уничтожили? Так, ну здесь что-то опасное. Здесь можно дверь открыть. Эту нельзя. Я боюсь выйти на правильный выход. Это что? Глаза какие-то. Я не могу. Нет. Здесь, кстати, камера намного медленнее поворачивается. Нам надо туда, а мы сейчас попробуем ту дверь. Ту дверь, наверное, тоже она-то не откроет. Скажет так же, я не могу. Не изменилось еще, нет? Это все такая же. Может, это можно как-то отключить? По лестнице она ходит очень медленно. Тоже, наверное, нет. Да? А что там? Труп? Так, аккуратно поворачиваюсь, я думаю, вдруг сейчас кто-нибудь сзади будет стоять. Поэтому так, аккуратненько, аккуратненько. Вроде никого нет. Так, а это мы разве уронили? Это же вроде не валялось.
Здесь, по-моему, все разбросано стало, нет? И здесь все на месте. Ладно, нам надо идти туда. Пока путь только один. Эта дверь она не хочет открывать. Эта дверь нет. Так, глобус. Какая-то медуза. Или это не медуза, а эти. Как они, осьминожка. Вроде осьминог. Что здесь у нас? They and her only child. Третье издание. Дальше непонятно. Case of media. Media. Второе издание. Call of the Void. Что-то Sense. Bloody Sense. Хейджи какой-то, Хейджи Каман. Тут что? Что-то перевернуто. Здесь уже темно, уже не видно. Так, ну это планеты крутятся. Кармен Белнадес. Хронофобия. Клок Тауэр. Террор in Space and Time. Bloody Sense. А зачем тебе две одинаковые книжки? Там Bloody Sense. Абсолютно одинаковые. Энджи. Или у всех есть те, кто вот много-много читает, у них у всех по две, по два, по три экземпляра. Я просто не в курсе. А здесь что у нас? Астрономия. Так, астрономия. Тут что-то я понял из перевода. Рендрай какой-то. Горшочек. Так, ну, нам сюда. Хорошо, если бы ты восстановилась уже со здоровьем, без всяких сбоев и так далее. Здесь артефакт. Так, а что открыт новый предмет? Какой предмет? Улучшение. А, ключ от дома. Физический ключ от теоретической сети хранения данных. Уединенное заключение. Внимание, объект внедрился в неизвестную ошибку. Система извлечения невозможно без полного отключения системы. То есть эти улучшения никогда у нас не пропадут. Так, инопланетные символы. В принципе, мы это уже прочитали. Пока все. Что мы только что получали? Только что что-то получили. Вот это, наверное. Артефакт, фигурка астронавта. Так, фигурка. Новая запись. Так, это у нас артефакт. 0.26. Фигурка астронавта. Скульптурное изображение неизвестного существа. Поза указывает на готовность или смирение. Для дальнейшего анализа необходимы дополнительные данные. Может, это какой-то личный предмет? Может, это какой-то муж, который был к этим астронавтам? Потом у нее на глазах исчез на этой планете, она полетела за ним. Может, что-то типа такого? Не знаю. Так. Личная вещь, она не хочет тебя отпускать. Взять. Фигурка астронавта. Что она делает? Ничего не делает. Личная вещь, она не хочет тебя отпускать. Может, это какое-то воскрешение? То есть, может быть, мы умрем и восстановимся? Я просто в Стиме или где-то читал, что вроде как есть тут всякие восстановляшки. После смерти восстанавливаешься с полным ХП. Ну или не с полным ХП, но с учетом все равно восстанавливаешься. Так, ладно. Дойдем сюда. Идем обратно. Я бы на самом деле попытался бы сейчас открыть какой-нибудь сундук, чтобы восстановить здоровье. Но я не знаю, сколько отнимет у меня тот вот эта сущность на руке. Поэтому пока
пока. Пока мы пойдем сюда. Так, похоже, здесь еще одно устройство для телепортации, только более сложное. Требуется инопланетная технология. А аболитовый обломок содержит большое количество аболитов. Это хорошо. Есть такой же. Так, туда мы прыгать точно не будем. Багровые врата. Большой транслокатор. Местное назначение неизвестно. Требуется багровый ключ. Так, ну это, видимо, здесь же биомы различные. Это между биомами прыгать. Так, хорошо, здесь что у нас? Обнаружен сломанный робот с чем-то вроде рабочего инструмента. Похоже, опасности нет. Инопланетная клинковая рука. Добавлю снаряжение. И использую при необходимости. Так, открыто постоянное улучшение от атроповский клинок. Ближний бой. Прокрутите колесико мыши вниз, чтобы атаковать в ближнем бою. Используйте удары ближнего боя, чтобы атаковать игроков, уничтожать барьеры и препятствия. Нажмите Escape. Ближний бой. Атака... А, мы теперь, кстати, сейчас пойдем обратно, то здоровье пособираем. Атака в ближнем бою может разрушать... Так, это надо смотреть. Понять, как это работает. Ясно. Атака в ближнем бою может разрушить препятствия, защищенные от снарядов, например, лианы и энергетические заграждения. Кроме того, некоторые враги генерируют щиты, невосприимчивые к атакам дальнего боя. Ну, типа те красные. Встретив такого противника, вы с легкостью можете уничтожить его щит атакой ближнего боя. Это очень печально. Оглушение. Кстати, он ожидает с оглушением. Мигает. Врагов на Атропос. Это, я не знаю, игра-то не подвисает. Видео, в общем, подвисает. Врагов на Атропос можно оглушать, прерывая их атаки. Большинство врагов оглушается ударами ближнего боя или при получении определенного урона. Особый индикатор показывает, насколько враг близок к оглушению. Видим, вот этот нижний, да? Близок к оглушению. Удар по уязвимости врага наносит дополнительный урон и быстрее вызывает оглушение. Сейчас один разок посмотрим, как это работает. Я все вниз смотрел. Короче, да, до конца доходит и какое-то срабатывает оглушение. Ладно, разберемся. Конечно же. Так, на F. Либо вперед. Сколько дадут? 56. То есть это считается прям много, да? Большое количество. Еще 56. Так, а это нам для тренировки дано. Что это означает? Это, видимо, большие-большие врага, да? Ой, врата. Здесь пока это у нас есть обычные врата. Так, ладно. Хорошо, только врагу больше не давайте. Пока что. Давайте немножко хотя бы полечиться. Где мы можем полечиться? Нет. Где нарисовано красным? А это, наверное, выход вообще полный. Полностью выход. Мы сначала сходим полечимся куда-нибудь. Там где-то можно полечиться. А у нас теперь 299. Мы бонус к урону получаем. А это у нас скафандр, типа как этот шлем поврежден, поэтому плохо читается. Плюс 7%. Хранилище данных, снаряжение 2. Так, атропосский клинок. Необходимый уровень квалификации 5. Оружие инопланетная технология, графит, иридий и несовместимая база данных. Ближний бой, пробивание щита. Информация. Длинное холодное оружие, созданное когнитами. Легкость материалов и раскладная конструкция позволяет держать его одной рукой. Дает преимущество против щитов, останавливающих быстрые снаряды. Режущая кромка выполнена из стабилизированного
неизвестный сбой, хотя получающийся в результате клинок выдерживает лишь небольшое количество ударов. Про последний не очень понял. Режущая кромка, выполненная из стабилизированного, неизвестный сбой. Видимо, материала какого-то. Выдерживает лишь небольшое количество ударов. Ладно. Так, туда нам пока не надо. Где у нас телепортация? Туда тоже пока не пойдем. Где вообще выход обратно? Вот сюда нам надо. Нам надо сюда. Так, вот здесь у нас, кстати, ближайшая аптечка. Главное не помереть, пока до нее бежим. Или так, туда мы не дотянемся, вот вниз надо куда-то. Вот, теперь мы сможем это разбивать. Умеренно восстанавливает прочность скафандра. Отлично. Это хорошо. Так, это меня напугало. Чуть-чуть. А, это у нас снизу, я думал, это наверху. 13. Так, надо еще восстановиться. Каким-то образом. Ну, потом мы по-быстрому туда телепортируемся. Так, где у нас еще есть? Вот здесь у нас много восстановляшек. Так, можно теперь попробовать сундук открыть какой-нибудь. У нас просто минус 20%. Хотя я не помню, что нам дает минус 20%. Вот здесь что-то появилось. Я бы сюда сходил. Но самое ближайшее это вот это. В принципе, так сюда, наверное, можно и пойти. Здесь что-то забрать. Это в воде, по-моему, находится. А здесь... А мы эту аптечку не видели. Сходим за аптечкой. Так, а где она? В этой стороне. В этой вроде стороне. Да, где-то там. А, вот сюда мы не могли. А, нам сюда по заданию надо. По заданию пока тоже не пойдем. Так, это печально. Мог сейчас свалиться и потерять все хп. Мы, конечно, выжили. Но хп было значительно было меньше. Так, почему мы до этого не забрали? Вроде все осматриваю. Значительно восстанавливается прочность. Вот, отлично. То теперь можно жить. Так, та аптечка, в принципе. А, мы, кстати, ее оставляли на потом. Точно. Вот как раз таки пригодилось. В тот раз у нас было полное хп. Что нам это дает? Заполняет одну ячейку развития максимальной прочности. В общем, я так понимаю, это смола. Это именно смола. Но выглядят они одинаково. Так, стоит ли нам идти обратно? Нет. Интересно было посмотреть, что там за вопросики были. Вот это что такое вот? Что-то неизвестное. Хотя мы здесь по-любому пробегали, то есть раньше мы не могли что-то открыть. Надо вот сюда возвращаться. Да, кто, хотя, может быть, лучше сходить. Так, мы же не умрем. Почему я этого не заметил тогда? Видимо, на меню-карту не смотрел. Порченная. Так, ну мы можем снять, кстати, эфиром. Новая запись, порченная смола. Заполняет одну ячейку развития максимальной прочности. Поражена порча. Вероятность сбоя высокая. У нас 4 есть. Так, мы очистить, ладно, мы очистим и заберем. Допустим. Хотя эфир лучше, наверное, сохранять, но когда-нибудь еще наберем ее много. Очищаем. Прочность скафандра повышена. Хорошо. Одно мы сделали. Теперь нам надо еще найти где-то ящик.
дабы враги не будут использовать контратаку. Наверное, контратака идет от ближнего боя. Но, тем не менее. Так, идем куда-нибудь сюда. Так, допустим, вот сюда надо обратно вернуться. Вот здесь у нас вот какой-то контейнер есть. Нам до сюда не добежать. Наверх мы не попадем все равно. Только сюда получается. Самое ближайшее. А, то есть у нас контейнеры отображаются, которые без ключей, вот эти, ну, якобы открытые. Так, а мы теперь можем? Нет. Я надеялся, что да. То есть пока это как ломать, мы не знаем. Там у нас получается открытый. Как нам туда попасть? Это все внизу. Есть открытые сундуки, которые просто не требуют ключей. Поэтому они указаны как открытые, но по факту мы к ним еще могли не подходить вообще. Здесь что-то пропустили. А, там наверху было закрыто. А, мы, кстати, теперь можем туда попасть. Нет. Тут уже не работает. Ладно. Значит, мы можем пробивать только какие-то красные. Здесь мы уже были, да? Кстати, это у нас... А, фабрикатор. 125 можно, конечно, было бы потратить. Что он даст? Ладно, не будем тратить. У нас так хотя бы урон повышенный. Тратить не будем. Так, здесь что-то внизу должно быть. Наверху. Туда не попадем. Так, образцы, кстати, до этого здесь их не было. 3 из 10. Потом уже, когда наберем, чуть побольше, почитаем, что там было. Сообщение сказано, что там что-то было из трех связано. Может, они как раз таки у нас теперь и появились. Так, вот здесь вопросик. Возможно, это тоже будет что-то у нас. А, это вот ты. Ясно. Здесь тоже ты, да? Тоже ты. Я, правда, не знаю, есть ли смысл все открывать. Если мы умрем, все равно мы не вернемся. А точнее, они все равно пропадут. Так, не работает. Здесь был вопросик. Эфир мы потратили, да. Реконструктор. Дополнительное устройство для точной реконструкции сложных элементов биома. Опять же, не знаю, что это означает. Реконструкции сложных элементов биома. Но если требует так много эфира, наверное, что-то важное. Возможно, мы сможем просто после, потом после смерти будем попадать не в этот биом, а сразу в следующий. Может, как-то так. Так, здесь еще что-то. Это у нас должен быть какой-то крюк, наверное. Тут мы могли что-то оттуда вытаскивать. Забыл, какое у меня вообще оружие. Так, хорошо. Ладно, пойдем сначала не по сюжету, пойдем где-то в закрытую дверь. Это не сюда. Вот в эту. Хотя, возможно, там босс. Она слишком красная. Какой-то треугольничек. А, убежище. Там убежище. А мое ли там убежище? Может, там убежище врагов. Просто я видел, что там кто-то летал. Поэтому я решил, когда у меня хп было очень мало, не рисковать и не бежать туда. Сейчас, в принципе, можно попробовать. Найти надо это место. Где-то там. Ну, там же эти летают.
Так, попал. Я не думал, что он так близко будет ко мне. Но это вряд ли. Так, усиление перегрузка. Когда я случайно упал. Он же здесь. Такие шустрые. Так, чуть не попал под урон. Так, с них выпадает что-то. Останавливает прочность скафандра. На убежище не очень похоже. Так, какие-то глаза. Глаза можно закрывать. На планете символ. Так, забираем. Наши братья изгнали нас из цитадели и заточили Фрику. Это не помешает. Я что-то боюсь, что сейчас меня побьют, нет? Меня сюда вроде не досматривают. Это не помешает им звать и проникать в наши разумы. Автоответчик кошмара. 35. Так, какая-то Фрика. По-моему, Фрика это босс. Куда падать нельзя. Так, а там может быть как раз какие-то Фрика. Вопросик. Возможно, там босс. Убежище. Ладно, подойдем, посмотрим. Главное туда не заходить. Так, вот это плохо. Так, сундук с ключом, да? А, еще и с порчей просто. Вероятность сбоя умеренная. Да, конечно, у нас есть 2 из 3, значит, по-любому будет сбой. Так, ты, главное, не активируйся. Проклятое убежище. Укрепленные врата, созданные с применением инопланетной технологии. Требуется уникальный ключ. Требуется проклятый ключ. Ясно. Ладно, там по-любому босс. Значит, идем сюда пока что. Так, а про врагов нам дали какой-нибудь? Про врагов не дали. Ресурсы зато дали. Зараженная смола. Образец смолы, пораженный некой грибковой болезнью. Использовать ее для повышения максимальной прочности скафандра может быть опасно. Вероятно, заражение произошло до превращения в смолу. Но интересно то, что изменение формы не остановило распространение инфекции. Похоже, инфекция способна поглощать несовместимая база данных. Так, 0% грибковая вытяжка, улучшение максимальной прочности, умеренный фактор риска. Порченная смола. Так, это у нас зараженная, это порченная. Смола, пораженная неизвестная ошибка, которая вызывает фиолетовое свечение и выброс неизвестная ссылка аэрозоля. Хотя этот феномен, известный как порча, не отменяет основного назначения объекта. Он может вызвать сбой в работе скафандра. Причина феномена пока не выяснена, поскольку, не считая визуальных отличий, разницы между здоровьем и порченным образцом нет. Так, данные. Грибковая вытяжка, улучшение максимальной прочности, высокий. Так, ход исследования 10%. Хорошо, ладно. Ладно. Инопланетные символы. Изгнали из цитадели Фрику. Непростительное табу помешает звать и проникать в наши разумы. Это первый был уровень. Второй мы уже прочитали, да? Наши братья изгнали нас из цитадели и заточили Фрику. Это не помешает им звать и проникать в наши разумы. Кошмары. Здесь ничего не появилось. 5 теперь требуется. То есть, когда мы наберем 5, у нас все лучше будет. Прям лучше все-все-все. Мириады глаз установлены в жадном ожидании. Стекает с молистыми каплями. Мы должны отправиться в пустоши, где видения обещают хвалебная песнь. Короче, это какие-то подсказки, то есть мы их читаем и вроде как нам намекают, что вокруг творится. Ну и куда можно сходить.
Так, что-то я еще хотел только что сделать. А, у нас где-то был все-таки сундук запертый. Я помню, вот этот сундук, у нас не было ключа. Я хочу одну спорчу эту сбить с себя, пока ХП есть. Надо вот сюда переместиться. Заодно и посмотрим, сколько ХП у нас отнимут, сколько нам дадут. Так, где у нас есть? И этот вроде у нас без порчи. Вроде бы он был просто заперт на сундук. Если что, где-то здесь еще здоровье есть. Умеренно восстанавливает прочий скафандр. Пока оставим. Умеренно. Так, в какую сторону? А метку ставить нельзя, да? Так, ну в ту сторону надо будет развернуться. Куда-то туда. Так, надеюсь, он испорчен. Так, это запертый контейнер. Хорошо, мы сейчас, значит, используем ключ. У нас враги используют контратаки, и сбой уберется. Но при этом мы потеряем какой-то уровень здоровья из-за вот этого вот паразита. Вы получаете урон при использовании атроповских ключей. Атропов. F сказал. Атропоски. Атропоских. Атропоских. Надо как-то к этому привыкнуть. Атроповских. Опять F сказал. Атропоских ключей. Так, то есть мы урон какой-то получим, но при этом у нас есть какой-то артефакт. Сбой или его исправление восстанавливает прочность. То есть сейчас интересно, что у нас. Сначала мы восстановим и получим урон, либо получим урон и восстановим. Как это сработает? И выгодно ли это вообще будет делать? Сбой устранен. ХП пошло на плюс. В общем, ровно столько же. То есть мы потратили примерно около 10, наверное, да? Я, конечно, не засекал, но вроде у нас где-то на 10 понизилось, потом на 10 восстановилось. Так, ну какой-то здесь предмет. Артефакт, наверное, еще один. Артефакт, потроха. Новая запись. Потроха. Артефакт неизвестного происхождения в форме. Неизвестная ссылка органов, внутренностей, жил, сплетенных воедино и вечно данные повреждены. Этот живой клубок слегка теплый и агрессивный на ощупь. Неизвестными, неведомыми путями он пробирается внутрь тех, кого вы истребляете. Хотя связь между ним и логическая ошибка, полной ненависти, сгусток разрастается, стремительно взрывается, вызывая больше сладкой боли и страданий. Для дальнейшего анализа необходима циклическая ошибка. 0%. Классификация неизвестный артефакт. Основное назначение посев смерти неизвестная ошибка. Фактор риска нет. Потроха на 35% увеличивает вероятность того, что враги взорвутся после смерти. Это хорошо. Главное, чтобы это нам урон не наносился. Так, ну все или не все? Куда можно еще сходить? Здесь что-то забрать. А, да, конечно. Забрали. Тогда нам нужен телепортатор, и идем по сюжету. По заданию. Туда пошлют, туда пошлют. Хорошо, что накидали вот этих транслокаторов. Это прям хорошо, что не приходится просто впустую бегать. Так, смотрит на меня. Врагов пока вроде нет. Это, наверное, как раз таки ключ, да? Это проклятый. Сейчас нас пошлют сразу к этим. Нам бы еще один контейнер открыть. Неизвестный предмет.
это эти как когниты. Проклятый ключ открывает проклятое убежище. Новая запись. Проклятый ключ. Инопланетный артефакт в виде металлического клина с голографической сферой. Данные отсутствуют. Зашифрованными данными, напоминающими код доступа. При помещении в соответствующее устройство текст поврежден, уничтожается в процессе его разблокировки. Энергетический сигнал этого ключа совпадает с сигналом проклятого убежища. Исследование завершено на 100%, а толку? А, ну, видимо, это, короче, исследование мы когда завершаем на 100, у нас просто дополняется какая-то информация. Я думал, что вот здесь снизу что-то появится, потому что здесь у нас есть 4 квадратика. Классификация устройства доступа к системе. Основное назначение — доступ к области. Фактор риска умеренный. Так, забираем. Здрасте. Новенькие какие-то, нет? Ой, опоздал. Точнее, рано. Сколько вас? Но они особо были в целом безобидны. Улучшенное зрение. Да, здесь, конечно, опять же, я их не ожидал. А это как? Типа как на тарелочке. Так, ну сейчас будем с чем-то типа таким, наверное, сражаться. Я так понимаю. Можно уходить, да? Можно, в принципе, уходить. Второй бы открыть сундук, защита бы у нас тогда вернулась бы обратно. У нас вроде здесь больше нету никаких сундуков запертых. Там открытый сундук, но там опасно будет брать. Все, остальные все открытые. Сюда мы попасть пока не можем, по-моему. Да, там, где было заперто. Ладно. Пойдемте помирать. Так, что-то у меня... А, дальше не ведется. Я наверх нажимаю, она все уперлась. Я уже думал, зависла, что ли. Так, у нас 11, да? Можно еще слева выбирать по числу. Нет, я, конечно, взял бы здесь все-таки, открыл бы, попробовал бы. Но опять же, смотря, что нам дадут, что как бы ключ не нужен. То есть и интересно, и не очень. Ладно, потом когда-нибудь узнаем. Ставить проклятый ключ. Это арена, нет? Всему виной источник странного энергосигнала. Возможно, он связан с белой тенью. Так, ну я прям думал, что прям сейчас будет такая широкая арена. Мы будем сражаться с боссом. Возможно... А, ну значит, сначала нам предлагают оружие. Модифицированный пистолет. Так, 3 звездочки, короткий ствол, горизонтальный залп. Ну, естественно, мы этого брать не будем. Так, там враги, да? Я там не умру. Все намекает туда. На туда, да? Там слишком глубоко. Есть какой-нибудь другой вариант? Ладно, видимо, нет. Идем к боссу. Так, это и есть фрика, по-моему, это. Так, ХП хоть отнимается, у нее что-то особо не видно.
Да, отнимается. Ну и хорошо. Пока вроде не опасно, но я не знаю, какой, может, у меня вторая стадия пойдет какая-то. Так, походу пошла вторая стадия. Если сейчас будет что-то делать новенькое, будет плохо. Вроде пока делает все то же самое. Здесь просто надо бегать по кругу, в принципе. Так, здесь теперь... Эй! Ну, понятно, короче, убьешь меня, да? Не хотелось бы, конечно, умирать, но... Мне еще одно хп. А у меня как бы нет хп. Да. А, у меня есть воскрешение. Было. Фигурка астронавта используется для возвращения. Вот раньше бы сказали, я бы был бы готов. Так я не был готов.